Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа! Мы рады приветствовать всех наших телезрителей и в первую очередь присоединившихся к нам зрителей телеканала О2, благодаря которому теперь и вы сможете следить за развитием событий на нашем уникальном чемпионате «Опасная зона», первой и единственной в России независимой федерации рестлинга, в которой выступают молодые экстремальные борцы, рестлеры из России и не только. И сегодня мы с вами присутствуем на состоявшейся недавно 16 июля серии матчей, репортажем с которых мы открываем наши трансляции для телеканала О2 ТВ. Через несколько минут состоится матч между недавним дебютантом Федерации Кентом из города Екатеринбурга и его противником Большим Праведником из Москвы. Но сначала мы посмотрим, что случилось, когда в самом начале этого вечера ведущий объявил, что против нынешнего чемпиона Кувалды будет драться выбранный зрителями претендент на пояс чемпиона Вулкан. Абсолютного чемпиона по рестлингу России, который нынешний чемпион Кувалды, встретиться с претендентом, которого выбрали вы, зрители, в результате интерактивного голосования на нашем веб-сайте www.wrestlingfederation.ru. Имя этого еще недавнего дебютанта – Вулкан! Да, это, безусловно, будет интереснейшим матчем, и Вулкан является на сегодняшний момент один из самых талантливых спортсменов Федерации. Так-так-так! Но что делает здесь Кувалда, чья музыка заиграла после того, как был объявлен претендент на чемпионский пояс Вулкан? Что же он скажет нам? Вот что он тебе сказал. Все заткнитесь! Как грубо! Кувалда сегодня не в духе. Вулкан! Ты думаешь, что ты дорос до чемпиона? Лично я вижу только то, что ты дорос до лошадиной жопы! Просим прощения за лексику. Тебе еще далеко. Но если ты так хочешь драться, то сегодня мы посмотрим, на что ты способен. Я буду с тобой драться. Если ты сможешь победить меня сегодня, я буду драться с тобой за пояс чемпиона. Может быть! Да, интересная позиция у Кувалды. Он не отказывается драться, но он отказывается драться сегодня за чемпионский пояс. Как-то я понимаю, он просто хочет проверить Вулкана, что это за противник. Ведь до этого эти два борца ни разу не сталкивались на ринге друг против друга. Напомним, Вулкан довольно-таки молодой рестлер. Он выступает достаточно недавно, по-моему, еще нету полугода. Но уже успел заработать себе репутацию такого опасного противника. Не зря все-таки его зрители выбрали в качестве оппонента для Кувалды. Да, в результате первого интерактивного голосования в истории рестлинга в нашей стране. Ты тут надрывался, а я взял и все прослушал. Может, повторишь еще раз, что ты сказал, а? Повторишь. Вулкан, он не русский, что ли? Повторишь, это, конечно, оригинально. Кувалда собирается с духом. Я сказал, что ты лошадиная ш**! Ух! Я смотрю, тебе просто грезится лошадиные задницы, да? Знаешь что? На самом деле мне плевать, что ты сказал. Потому что сегодня я тебе сделаю. Я надеру тебе задницу в следующий раз. И у Федерации появится новый чемпион, а ты Кувалда. Ты останешься со своей любимой лошадиной задницей. Так. Ошарашил явно Кувалду своим ответом Вулкан. Такая пауза, знаете ли. А вот да, Кувалда не выдерживает и набрасывается на Вулкана. Атакует его раз, еще раз. И сразу же заводит на свой коронный прием, который называется родословная. Да, он проводит его. Молниеносно провел свой прием. Вулкан чуть-чуть потрепыхался, но не успел вырваться. Публика даже не знает, видите, они молчат, не знают, что... И вот, да, Кувалда не ожидал этого, Вулкан поднимается и набрасывается на него. И это был грязь. Мощнейший алабамский бросок. С какой силой Кувалда въехал затылком только что в ринг, а? Кувалда явно недооценил
Вулкана. Думал, что с него хватит одного своего приема, но мы видим, что Вулкан тут же очень быстро оправился и уходит из этой схватки, из этой незапланированной схватки в самом начале нашего шоу победителем. Да, дамы и господа, но это, как говорится, все лишь только предыстория, а сама встреча будет впереди. Первый раз мы видим Кувалду в таком качестве, что он говорит столько нелицеприятных вещей своему противнику. До этого он вел себя несколько иначе. Да. С чем связан такой поворот в поведении? Хотелось бы как-нибудь это прояснить. Ну а сейчас нас ждет первый матч между Кентом и Большим Праведником. Встречайте первым. Из города Екатеринбурга. Вес 105 килограммов. И это... А я вот по поводу Кувалды подумал. Скорее всего, это связано с тем, что отсутствует на этом шоу его напарник, постоянный тактим-партнер Брест. Может быть, это связано с этим. Ну да ладно, а сейчас мы переходим к нашему первому матчу, настоящему матчу. И выходит юная звезда, юное дарование. Это могучий рестлер по имени Кент. Для парня это всего лишь второй матч. И почему же он звезда? Ну потому что он публике полюбился с самого своего первого боя. Правда, тогда он, конечно, не выиграл. Это было совсем недавно на чемпионате «Новая кровь», который прошел всего лишь месяц назад. И вот Кент там дебютировал в составе нескольких других выпускников федерации и показал себя очень достойно. И публике он явно нравится. За этим парнем большое будущее. Да, кроме того, в конце матча получил мощный удар гонгом от своего тогдашнего противника Артура Нурмухаметова, благодаря чему и, как уже было сказано, проиграл тот свой первый матч. Да, но держался очень достойно, конечно. А его сегодняшний противник... Ох, руководство федерации, устраивая такие матчи, видимо, играют на разницах, на контрастах, потому что первым противником Кента был оппонент, который весит, по-моему, что-то около 68-70 килограмм, и тут вот втором матче он встречается с самим Большим Праведником, самым крупным участником НФР. Да, видимо, руководство федерации просто пытается обкатать нового спортсмена в различных весовых категориях и со спортсменами различного технического стиля. Вот мало того, что Праведник весит 150 килограмм, так в нем и росту-то под 1.90 с лишним, по-моему. Что-то вторая пара спортсменов за вечер на ринге, и они тоже, кажется, слегка недолюбливают друг друга. Какая-то бычка такая на ринге. Плохой парень против хорошего. Большой Праведник. Никто не решается начать первым. Большой Праведник говорит какие-то нелицеприятности Кенту. К сожалению, мы не можем слышать этого. Да, вот Кент снимает свою кожаную куртку, отдает ее кому-то там из охраны. И сейчас мы увидим матч. Это будет жестокий бой, как мне кажется. Вот звучит гонг, и публика... Да, готовы сойтись, два тяжеловеса. Оп, так, секундочку. Опять звучит музыка Кувалды. Да, это звучит музыка Кувалды. Секунду, что ему здесь надо? Руслан Серегин ответственный за проведение матча, и он возмущен. Он кричит: стойте, вы кричите музыку. И не понимает, в чем дело. Это не Кувалда. Это напарник Кувалды по команде, экс-чемпион НФР Пресс. Я в шоке, честно говоря, в некотором, вот глядя на внешний вид пресса, конечно. Я никогда не видел, чтобы он выходил так вот официально. От охраны пытается вывести его из зала. Охрана, выведите вас! А то сейчас матч должен быть! Брэд, ты не участвуешь! Так, секундочку. Пресс достает микрофон и что-то хочет сказать. Интересно, что? Дорогие друзья, я рад всех вас видеть, и к тебе, Суперус, тебя я тоже видеть очень-очень рад. И у меня к тебе есть один вопрос.
Скажи мне, пожалуйста, ты умеешь читать по-русски? Умею, умею. Молодец. Не похоже, что Суперрус рад видеть пресса. Да уж. Пресс достает какую-то бумажку из своего пиджака. Тогда, пожалуйста, прочти то, что здесь написано. Только вслух, чтобы все услышали. Давай. Матом пропускай. Приказ номер 81. Назначить помощником временного ответственного за проведение серии матчей независимой федерации рестлинга от 16 июля 2005 года Марудова Валентина. Ринговый псевдоним Пресс! Суперус явно не рад своему новому помощнику. Ну, против руководства не попрешь, конечно, да? Президент НФР. Да, президент НФР. Руслан, видимо, хотел властвовать федерацией безраздельно, но... Друзья, сегодня я буду вместе с вами нравиться это кому-то или... Нравится это кому-то или нет. Да, позиции Серегина явно пошатнулись. Смотрите, какой брезгливостью он выкидывает платок, да, но ничего не поделаешь. Я очень рад вас видеть, и я знаю, что вы рады видеть меня. И поэтому сегодня мы будем вместе с вами. Вы хотите рестлинга, вы его увидите. Итак, вместо одного руководителя у нас два. Я не думаю, что пресс-руководитель, я думаю, он скорее помощник за... проведение этих матчей, за комментаторство, я бы сказал. На языке на таких вот смотрящий. Да. Смотрящий за порядком. Смотрящий за порядком. Ясно. Ну вот. Ну что, начнется наконец этот матч или нет? Да, мы уладили все эти разногласия, все теперь в норме, и мы можем перейти к первому матчу. И так, как уже было объявлено заранее, Кент против Большого Праведника. Бой тяжеловесов. Тяжело ребятам вот получить такую незапланированную затяжку. Весь запал у них, можно сказать, отбили в начале матча. Теперь им снова приходится морально переключаться на проведение этого боя. Да, есть еще такой термин, называется перегореть. То есть, когда борец вот перенервничает. Точно, в предвкушении матча. Вот, и, похоже, праведник вот он несколько перегорел. Смотрите, он второй раз уже промахивается. И тут уже, опять-таки, начинается подобие вот, ну, не знаю, уличной разборки какой-то. Нервничают слегка спортсмены. Такая типичная стойка праведника. Вот они сцепляются. Так называемый прием. Захват он называется локап. Кент сильно сопротивляется. Праведник едва-едва пересиливает его и сумел таки задавить его в угол. А душить нельзя по правилам рестлинга. Если борец оказывается в углу или там схватился за канаты, то рестлер обязан отпустить его. Тот, кто его давит. Но праведнику на это явно плевать. Он продолжает свою атаку. Что мне еще нельзя делать? Спрашивает праведник судью. И делает то же самое. Снова начинает давить. Третье предупреждение. Если бы сейчас праведник не послушался, он бы мог заработать дисквалификацию. А ежели бы это дело проходило в какой-нибудь Европейской Федерации Рестлинга, то и желтую карточку. Там, например, такая вот вещь практикуется. Ой-ой-ой, какой удар. Кент разбегается. Он пытался перехитрить праведника и снести его с разбегу, но праведник опередил Кента и снес его мощным шлагбаумом. Смотрите, а сейчас это был удар какой-то, вот он в челюсть нанес праведнику и сбивает наконец, его. Да, вот Кент, похоже, завершил то, что он хотел сделать в прошлый раз. Снова разбежался и снес плечом праведника с ног. А посмотрите, у него там вот на правом плече сзади такое красное пятно, там кожа, похоже, содрана. Это когда праведник давил его в углу, скорее всего. Кент явно двигается гораздо быстрее праведника. Но за праведником, конечно, физическая грубая сила. Это вот так называемый медвежий захват, захват медведя. И он забрасывает Кента прямо в угол. Да, стоит вот так попасться праведнику на захват или на шлагбаум, на мощный удар, и ваши шансы выстоять в этом матче резко снижаются. Как тряпичную куклу праведник бросает. Швыряет Кента, и тот падает на ринг. Да, прием под условным названием «Карусель». Карусель. Карусель.
С акцентом таким. Я вспомнил детский анекдот. Карусель, карусель, кто успел, тот присел. Удержание, раз, два. Нет, три не прошло. Вот меня удивляет всегда выражение лица большого праведника. Такое детское простодушие, которое периодически сграничит с какой-то нечеловеческой злобой. Да. Вот посмотрите сейчас. Кажется, ну, такой большой ребенок. Но детского простодушия убавляется с каждым выступлением. Потому что, вот я думаю, что сегодня первый раз, когда праведник еще ни разу не улыбнулся. Да уж. Хотя, опять же, эти улыбки ровным счетом ничего не значат. Вспомним, как в этом же культурно-развлекательном центре «Рассвет» некоторое время назад он отправил в больницу своего оппонента Алекса Харди. Да, тогда он тоже не улыбался. Да уж, тогда его реально разозлили. Мощнейший удар в лоб, в ответ, обмен ударами. Еще удар. Кент еле стоит на ногах после того, как получает эти удары. Праведник слегка медлителен. Так, вот Кент нанес удар, но соскользнул, но прошел немножко вскользь. Опять оказался запихнутым в угол. Дыхание перебито. Ой, но... какой удар, а! И праведник врезается лбом и носом в ринг. Да, прямо лицом врезался в ринг праведник после этого броска за шею, от полученного от Кента. Нет, и удержание не прошло. Два, было всего лишь два. Наш судья международной категории Максим Миронов явно знает свое дело. И судит предельно правильно. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой удар по мужскому. Я уж не знаю, по мужскому. Да, праведник за свой недолгий опыт выступления федерации понял, что здесь в бою все средства хороши. Что мы только что и видели. Так, а это сейчас будет, скорее всего, надгробная плита. Праведник собирается провести свой страшный коронный прием, но Кент, нет, он вырывается. Это русская подно... Правда, так перекрутило, не понятно. Как неожиданно подловил Кент праведника и завалил его такой подсечкой, приемом под названием «русская подножка». Но все равно праведник смог в последний момент вырваться. При всей, конечно, некоторой неповоротливости у праведника есть один большой плюс. Это его, помимо большого роста и веса, еще и выносливость, конечно. Не стоило Кенту принимать на себя такой риск. Залез он только что на стойку ринга и пытался сверху пришибить праведника двойным топорным ударом. Но вместо этого промахнулся и попал на живот. Шейный бросок, подавись. Один, это второй коронный прием праведника. И вот он складывает руки в таком гробовом удержании. Три. Ну что могу сказать, к сожалению... Кент... К сожалению, Кент попался на бросок «подавись». Вот что я могу сказать. Да, Кент проиграл свой второй матч федерации. К сожалению, к величайшему моему сожалению. Да, но в отличие от первого матча, здесь, ну не говоря о небольшом ударе между ног, здесь все было по-честному. Праведнику никто не помогал. И просто тут мы видели, что в результате доминирования праведника, его силового превосходства, он выиграл этот матч. А Кент, соответственно, его проиграл. Ну, не знаю. Все равно мне кажется, что за этим парнем большое будущее федерации. Поэтому хочется пожелать ему только удачи и побед в ближайшем будущем. Наш следующий матч является командой соревнований по правилам Дармана. Все участники обеих команд борются на ринге одновременно. Победитель этого матча получит право драться за чемпионские пояса в парных боях на следующем чемпионате «Опасная зона». Опасная зона! Это что, для особо недоходчивых? Похлопайте, «Опасная зона». Вот так вот. Из города Москвы. Комбинированный вес. 138 килограммов. Мужские. Команда Майл Феттерс. Кстати, голос нашего анонсера мне чем-то напоминает, знаете, молодого этого Глеба Жиглова. Да, немного не повезло парню. Вот первый раз он выступает сегодня ведущим чемпионата независимой федерации рестлинга.
И у него, к сожалению, болит горло, поэтому приходится говорить ему с паузами. Надо было коньячком связки согреть, как делают все, между прочим. Что там? Ну да, не сочтите это за пропаганду алкоголизма. Это не пропаганда, но 50 грамм коньяка нереально согревают связки, это никто не скрывает. Это да, есть такое мнение. Вот, ну, выходит на ринг команда Male Factors, мужские факторы, ветераны независимой федерации рестлинга. Правда, ребята еще ни разу не были командными чемпионами, но в последнее время они так сильно активизировались. И, скорее всего, мне кажется, скоро возьмут. Зато Терминатор был первым чемпионом независимой федерации рестлинга. Знаете, что такое в ноябре 2002 года. Ну, правда, это было уже почти 3 года назад, но... Их оппоненты, первый участник из города Москвы, Дуриэль Крюгер. Какой восторг у девушек. Они ведь ни разу даже не видели его лица. Алекс Крюгер. Вместе комбинированный вес 145 килограммов. Старая команда в новом составе. Братья Крюгер. Ну вот этим все и объяснено. Старая команда в новом составе. Итак, обновленная команда. Раньше эти ребята выступали в команде. Ну, тоже братья Крюгер, там был Дуриэль Крюгер и Лакмус Крюгер. Но после того, как Лакмус выбыл в результате тяжелейшей травмы, полученной во время турнира 22 октября, то его место некоторое время спустя занял вот этот парень. Если вы смотрели наши чемпионаты раньше, то знаете, что этот человек выступал под именем, ну, не этот вот с косичками, а другой. Он выступал под именем Алекс Харди, но благодаря поздним суперруса он был вынужден покинуть федерацию и теперь вернулся в новом имидже и с новым именем. Теперь мы имеем, наверное, одну из самых техничных команд летунов, хайфлайеров, какая только есть федерация. Это очень удачная альянса, мне кажется. Да, и кроме того, напомню, что один раз они уже выступали как команда в декабре 2004 года. Но тогда они не назывались как братья Крюгер, а просто Дуриэль Крюгер и Алекс Харди. Да, Алекс Харди назвал себя так в честь любимой его команды братья Харди из мировой федерации рестлинга. Считает себя третьим их братом. Ну да, но теперь-то уже, конечно, после того, как ему, как именно под именем Харди запрещено ходить, запрещено входить в федерацию. Да, остается только надеяться, что он найдет свое новое, второе или даже третье «я» в новом составе этой команды. Мне кажется, они нормально смогут сработаться сегодня. Ребята, я видел, они дрались как-то даже друг против друга, и они по технике очень похожи. И вот начинается схватка. Все легковесы похожи по технике, я бы сказал. Чем интересен этот матч? Тем, что это торнадо. Торнадо – это когда рестлеры не находятся за канатами. Они, ну, не передают право боя друг другу, они одновременно дерутся. Это постоянный экшен. Четыре человека на ринге одновременно. Ну, да, но тем не менее, конечно, мы видим сейчас, из четырех уже осталось трое. Дуриэль Крюгер пытается атаковать и тут же попадает на бросок. Да, это был японский бросок один от Артура, еще один армдрак. Вот мы явно сейчас видим такой этакий японо-мексиканский стиль. Луча либры, как его еще называют. Когда используется огромное количество летучих приемов, акробатических каких-то. Да, спортсмены должны ориентироваться очень быстро. Вот мы видим, конечно, разницу по скорости. Если кто смотрел, допустим, первый матч сегодняшнего вечера, это просто разница в 3 раза, наверное. Двойной прием! Разбитое хозяйство и падающая нога с верхнего каната. Да, прямо на шею. Артур продолжает лежать, корчась от боли после этого приема. Это Дуриэль Крюгер лезет на третий канат и, может быть, сейчас будет делать свое любимое. Да, это лунная сайт. Промахивается, к сожалению. Терминатор прыгает на Дуриэля, тоже промахивается. Алекс Крюгер прыгает на Терминатора и промахивается тоже. Никого нет дома, и Артур промахивается. 4 промаха подряд, вы можете в это поверить, а? Артур опять держится за поврежденную поясницу. Так, и сейчас мы будем наблюдать командную работу. Похоже, они делают ему какой-то двойной... Не прошло. Вместо этого Терминатор сделал двойной бульдог. Молодец, конечно, парень.
неплохо. Опыт, конечно, дает о себе знать. Это Артур и Терминатор, это два одних самых опытных рестлеров нашей федерации. Да, Терминатор не только опытен, он, я бы даже сказал, коварен. Вот это да! Вот видите, какую ступеньку такую своеобразную он только что подставил под прыгающего Артура, благодаря чему тот присумел приземлиться точником на дуреля Крюгера. Инициатива переходит сплошь и рядом. Зубодробилка. Это прием я... Передний шейлом от Алекса Крюгера. Все время хочется сказать Алекса Харди. На Терминатора. О, тут же Артур наконец-то очнулся и делает ему прекраснейший бросок переворотом, впечатывая его лицом прямо об ринг. Я не знаю, я вот пытаюсь следить за событиями, но они действуют быстрее, да, чем мы комментируем. Только я сказал, как Артур впечатал об ринг лицом Алекса Харди, но тут же его самого впечатал лицом об ринг дуреля Крюгер. Опять несколько промахов, но Терминатор, коварный Терминатор хватает Крюгера. Как он впечатался головой. Это вот был прием, кстати, из экстремального чемпионата по рестлингу. Да, интересно, в порядке ли у него шея и голова после прямо этого? Головой приземлился в ринг. Это очень опасно, это чревато всякими повреждениями. Но встает. Да, нашел в себе силы. Потрясающий матч, конечно. Терминатор самоотверженно, как снаряд, вылетает с ринга прямо на дуреля Крюгера и приминает его к полу. Рефери покидает ринг, и на ринге на самом остался, по-моему, только один участник. Сейчас нам его покажут. По-моему, это Алекс. Да, Алекс Харди. Он собирается тоже делать какой-то прыжок. Да, риск, который борцы используют в этом матче, зачастую не отплачивают им адекватно и не приносит ожидаемого успеха. Как самоотверженно он жует жвачку, смотрите. Вот на кого он сейчас будет прыгать? Оу! Похоже, он попал на своего же партнера. Да, судя по тому, что он на нем сейчас лежит. Бей своих, чтоб чужие боялись. Это тоже такая традиция. Да, Терминатора, похоже, тоже он зацепляет, поскольку он сваливается тут же рядом. Так, а на ринге теперь Артур. И сейчас он, я думаю, тоже полезет. Он тоже любитель таких аутсайд экстремальных прыжков. Это будет... Да, пытается смотреть, куда он сейчас все-таки угодит. Спиной разворачивается. Ой! Ну вот он был более точен. Он скорее попал на обоих Крюгеров. Вот реально мне эта штука, наверное, валежник вот такой, да? Четыре рестлера валяются, прошу прощения. Да. Валяются прямо за рингом. Там и рэпери, ринг пустует, никого нету, все... А валяются они потому, что, как я и сказал, многие из них в процессе этих выпрыгов за ринг причинили больше вреда себе, чем своим оппонентам. Но, тем не менее, несмотря ни на что, матч продолжается. Итак, ребята возвращаются на ринг. Бой идет абсолютно на равных. Тут даже не идет речи о каких-то там 49 и 51, знаете, если процентом соотношение. Ну да, я думаю... Тут 50 на 50, абсолютно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой кошмар. А вот как они додумались до одновременного приема, хотя каждый из них, проводящих этот прием, принадлежит противоположной команде? Вот его знает. Вот я вижу, что вот сейчас есть, да, как на них отразились эти приемы. Вот четыре тела, четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Вот это напоминает то, что сейчас происходит на ринге. Все в нокауте, и уже рефери начинает отсчет до 10. Если они не поднимутся, никто из участников, то им будет засчитана обоюдная дисквалификация. Надеюсь, это явилось бы для них наиболее благоприятным исходом, пока они себе что-либо не сломали. Дуриэль все-таки смог... Ой, как... Против удара между ног, как говорится, нет приема, что и пытался еще раз продемонстрировать Терминатор. Есть только удар с ноги в ответ какой-нибудь. И вот еще это коронный прием Терминатора и удержание. Наверное, это... А вот это нечестно, кстати, это было. Да, это судья было не видит, как Терминатор пытается создать большее давление на своего противника путем заброса своих ног на второй канат. В таких матчах вообще нужно, конечно, одного судью на ринг, а четырех по углам, как в боксе, чтобы они следили. Потому что одному тут, конечно, не следить за четырьмя борцами, естественно. Изрядно помятый дуреля Крюгер уже в который раз оказывается за рингом, но в этот раз уже при помощи Терминатора. Да, Терминатор со зверским лицом поднимает Алекса Крюгера. Как мы знаем, бывшего Алекса Харди. Да, Алекс Крюгер, как тряпичная кукла, полностью изнеможден, падает. Ну, не стоит забывать, что у Алекса была тяжелейшая травма, которую ему нанес большой праведник. И, возможно, он еще не смог нормально
прийти в себя. Да, но я слышал, были слухи, что он ее стимулировал, чтобы откосить от очередного своего последующего матча. Да, ну слухи не подтвержденные, поэтому как бы за что купил, за то и продал. Так, что пытается делать Терминатор? Так, что же это? Ой-о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 й. Ну вот сейчас шея точно сломана. Ну, тут все, я такого не видел вообще никогда. Ну, естественно, тут, да. Ну, но здесь нету, конечно, никакой вины Алекса. Да, путем супер, экстра. Я не знаю, да, в высшей степени экстремального и опасного приема Терминатор приземляет таким прыжком, сальтом с верхнего каната Алекса Крюгера ему на шею. Это какая-то была обратная крутящаяся свая, но после этого приема не встал бы ни один рестлер, не только российский. Я такого вообще не видел, даже в американском рестлинге никогда никто бы не встал после этого приема. Да вот уже и Алекс Крюгер лежит уже минуту почти на ринге. Ну, конечно, да, молодцы, Мэл Фэкторс они победили, но команде братья Крюгер, обновленные тоже, конечно, большое спасибо. Они держались очень достойно, проиграли просто. Да, все-таки уходит, хоть и при не без посторонней помощи, но все-таки Алекс Крюгер, слава богу, уходит на своих ногах. И что ж получается, команда Мэл Фэкторс теперь претенденты на командные пояса, и они будут драться с Лексом и Локомотивом. Да, получается, что так. Итак, дорогие друзья, спасибо за внимание и напоминаем вам, что мы будем с вами снова ровно через неделю. И это был чемпионат «Опасная зона», первой и единственной в России независимой федерации рестлинга. До новых встреч! Ну, а на следующей неделе вы увидите уникальный матч. Сразу среди трех девушек, которым выступят дебютантка Федерации Клава Иванова, нынешняя чемпионка независимой Федерации рестлинга среди девушек Валерия и приглашенная Русланом Серегиным суперзвезда мирового рестлинга из Соединенных Штатов Америки, бывшая чемпионка мировой Федерации рестлинга Молли Холли. Однако в конце матча ко всеобщему негодованию публики появляется Иван Марков «Локомотив», и мы с вами посмотрим, как все это закончилось. Ну а также друг против друга сразятся «Гладиатор», который дебютировал всего лишь пару месяцев назад на майском чемпионате НФР «Новая кровь», и все тот же Иван Марков «Локомотив», который вместе со своим напарником по команде Флексом Блудбергом являются чемпионами федерации в парных боях. Но в этот раз должна быть схватка сугубо один на один, ибо временный учредитель матчей Руслан Серегин объявил, что это будет не просто матч, а честный матч. Но, как известно, в независимой федерации рестлинга может произойти все, что угодно. И поэтому следите за нашими трансляциями с чемпионата «Опасная зона», первой и единственной в России независимой федерации рестлинга. Здравствуйте! Сейчас Вадим Корягин, ответственный за проведение матча независимой федерации рестлинга, сделает одно заявление. Руслан, я ухожу в отпуск. Примерно 2 месяца. Я хочу сделать тебя на это время ответственным за проведение матчей нашей федерации. У тебя есть какие-нибудь проблемы на этот счет? Нет никаких проблем, Вадим. Я очень долго этого ждал. Вадим, поверь, я оправдаю все твои надежды. Ну, я надеюсь. Тем более, ты у нас парень знающий, в курсе всех наших, так сказать, организационных вопросов. Надеюсь, ты меня не подведешь. Не подведу, поверь, Вадим. Я очень счастлив в этом назначении. Хорошо, только без всякой там путинщины, жириновщины, как ты там любишь, хорошо? Занимаемся чисто делом. Ребята у нас приходят сюда выступать, показывать экстремальные матчи, так что без всяких там фокусов. Конечно, никаких фокусов не будет, Вадим, все будет культурно, поверь. Ну я надеюсь, все, удачи. Спасибо большое. Да, Руслан Серегин, похоже, только этого и ждал всю свою сознательную жизнь.
Ну что же, посмотрим, каковы окажутся его способности как менеджера и организатора матчей независимой федерации рестлинга. Откуда мы и продолжаем свои репортажи. И вскоре вы увидите уникальный матч среди сразу трех девушек, одной из которых будет дебютантка федерации Клава Иванова. Другой — нынешняя чемпионка независимой федерации рестлинга среди девушек Валерия. И третьей должна быть приглашенная Русланом Серегиным, суперзвезда мирового рестлинга из США, бывшая чемпионка мировой федерации рестлинга Молли Холли. Итак, дамы и господа, слово предоставляется исполняющему обязанности учредителю матчей Руслану Серегину, суперрусу. Итак, слово предоставляется, наконец, официальному лицу, который рулит матчами федерации вот уже почти целый месяц. Да, но не очень любят это официальное лицо, судя по гулу зала. Ну, как и большинство официальных лиц в нашей стране. Отстой, вот. То есть, как отплывающий пароход какой-то. Как прямо быстро публика спелась в едином гласе и кричит «отстой». Пересилил свою ответную ненависть к публике, Руслан улыбнулся и поприветствовал тепло. Как он сегодня и обещал, а также обещал в течение всего прошлого месяца, сегодня вас ждет уникальный матч. Матч среди девушек. О, вот тут публика рада, конечно. Да, матчи среди девушек до сих пор не так чисты в нашей сегодня, федерации. Помимо нынешней чемпионки независимой федерации, будет участвовать наша дебютантка Клара Иванова. В программке написано Клава Иванова, а не Клара, как только что ее назвал Руслан Серегин. Не забывайте, это все мои дети. Да, вот зрители знают лучше, кричат Клава. И еще Руслан обещал привести звезду американского рестлинга Молли Холли. Вот этого, конечно же, вот я ждал больше всего. Это еще не главное. Да, вот как раз он переходит к этому. Участница этого матча. Это будет. Мы-то знаем, но до сих пор до конца не верим. А вы действительно тупые все. О, такой румяный... Такое начало! Мировой федерации рестлинга! Холли Холли! Да, и вот Руслан наконец объявляет эту заявленную около месяца назад на сайте федерации звезду Молли Холли. Честно говоря, вот вспоминается такая поговорка русская: свежо предание, но верится с трудом. Вот лично мне, как ему удалось вытянуть из США Молли Холли, девушку, привыкшую к большим миллионным гонорарам, к нам здесь, в нашу, ну, не очень-то богатую федерацию, чего греха таить. Как ему это удалось, я не знаю. Ну ладно, тем временем выходит первая участница, чемпионка независимой федерации рестлинга. Она будет отстаивать сегодня свой титул. Это Валерия. Кстати, вот тоже девушка, которая проходила обучение рестлингу в США, в Соединенных Штатах Америки. Да, в школе небезызвестного ветерана про-рестлинга Киллера Ковальского обучалась Валерия чуть более года назад. Валерия красуется со своим чемпионским поясом среди девушек. Вот, да. Да, девушек у нас мало, поэтому каждая дебютантка встречается здесь с большой радостью. Вот, Клава! Покажите Клаву! Ну что? Ну что можно сказать? О, боже мой, какая... Вполне позитивно настроенная, симпатичная девушка. Какая симпатичная, я бы сказал бы, прямо даже с большой буквы. Ай-яй-яй, какая... Ля. Вот единственное, что, конечно, мне почему-то она внешне очень сильно напоминает. Нет, а я скажу еще то, что она вот так вот явно следуя не в угоду нынешним псевдомодным тенденциям, вот так вот оделась в простое, но красивое со вкусом платье, заплела две простые, но опять же со вкусом косички. Такая... Немного макияжа, все скромно, со вкусом, все в меру, и смотрится она очень и очень неплохо. Такая, знаете, как у Ильфы и Петрова была, а девушка из предместья смешливая. Такая. Так, 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 хватит о Клаве Ивановой, мы слышим музыку Молли Холли. Он? Да, покажите нам ее.
Ну, если Русу это удалось, то все, он тогда бог российского рестлинга. Да, это точно. Если ему удалось его вывести, просто прошу прощения, я очень взволнован. Ну где же она? Ну покажите ее срочно. Да, нечасто, пока еще жалуют нас своим прибытием звезды международного рестлинга. Ну, надеемся, что сейчас будет одно из немногих исключений. На где? Ну, Суперрус, хватит болтать. Где она? Наверное, я только хотел сказать, что это слегка затянувшаяся пауза специально нагнетает обстановку перед появлением суперзвезды. Но что такое? Суперрусский суперзвезда. Так. Что-то не в нужный момент у Руслана Серегина звонит телефон. Так он может там разговаривать. В зале-то какой грохот. Но публике, похоже, не нужна Молли Холли. Они скандируют «Клава-клава». Да. Состав этого матча уже... не могу сказать звездный, но уже уникальный. Да, вот Клав... уже яркий. Клавдия Иванова, она мне напоминает внешне так, ну, еще одного участника независимой федерации рестлинга. Правда, а как это может быть? Ведь тот парень выступает под именем Голубой Гром и никак не может быть Клавой Ивановой, конечно же. Но похоже, как две капли воды. Честно. Не может. Я не думаю, что поставили бы в женский матч. Внезапно ухудшение здоровья Молли Холли. Она не сможет принять участие в этом матче. Ну что за засада? Что же, как... какая неудача. Все так ждали. А вот Клава радует. И в последний момент только стало об этом известно. На одну противницу меньше стало. Я сделаю все, чтобы этот матч не потерял своей уникальности. Давай, делай. Так. И поэтому третья участница. Так, так, кто же будет вместо Молли Холли? Должна быть достойная замена. Участникам? Участникам? Не понял. Будет никто иной, как Иван Марков Локомотиве! Чего? Кто? Это же женский матч, Руслан. Вот правильно Валерия показала. Ты чего, сбрендил, что ли? Какой Локомотив? Как это вообще может быть? Это женский бой, бой за женский титул. Ну, Руслан сказал, что он найдет достойную замену. Видимо, он считает, что Локомотив по своим техническим качествам как раз достоин по замене Молли Холли. У той столько опыта. То есть... Локомотива, конечно, не столько, но зато напористости ему явно не занимает. То есть, по мнению Серегина, наш чемпион в командных боях Локомотив приравнивается к девушке, что ли? Пускай даже из мировой федерации. Ну, это какое-то неуважение к Локомотиву. Я бы на его месте не уважаю. А вам не кажется ли, мои дорогие, что вся эта ситуация специально подстроена Русланом Серегиным? Потому что они с Локомотивом в последнее время замечены как очень хорошие друзья. И я думаю, что Локомотив таким образом снискал способ с помощью Серегина отомстить Валерии, которую он проиграл 3 месяца назад. Точно, я запамятовал абсолютно. Да, тогда же Локомотив дрался против Валерии. И бой был на вылет из федерации, и Локомотив проиграл тогда ей. Ну, правда, не без помощи прессы и кувалды, но все-таки проиграл. И был вынужден уйти из НФР. И, правда, потом каким-то образом все-таки смог вернуться. Там была такая очень мутная довольно-таки история. Но вот, Локомотив почему-то, тем не менее, не спешит оказаться в этом бою на ринге. Не, ну это нормально, когда дерутся. А судья разводит руками. То есть сейчас пока будет бой один на один. Клава его. Я прям не знаю, за кого болеть. Ну, Лера чемпионка, конечно, но Клава это девушка весьма такая эпатажная, я вам скажу. Единственное, жалко, что у нее отсутствует. Главное, позитивно настроенная. Да, вот. Таких, знаете, таких же много, знаю. Вот наши могут смотреть там и в провинциальных городах, а таких же вот много, знаете. Матч начинается с приема «Карусель» от Валерии на Клаву Иванову. Да, конечно, зря она в платьице вышла. Прошу, а это точно девушка? Я хотел бы спросить. Вот что-то мне закралось подозрение это... такое. Защита сильная на паховых областях. А зачем есть защита, если это девушка? Вот еще мне кое-что, вот сомнение. А у нее отсутствует такая довольно-таки важная деталь
для девушки как груди, вот знаете. Да нет, как-то забыла, наверное, ее одеть перед боем. Не будем углубляться в физиологию здесь. Тем не менее, Клава Иванова, мы видим, сейчас применяет захват головы на Валерии. Ай-яй-яй-яй, за косичку схватила. Грудь у нее не отсутствует, а просто плоская. А, ну да. Тяжелые условия сельскохозяйственной работы, опять же, конечно, они сказали. Клава просто такое спортивное, поджарое телосложение. Ой-ой-ой, прям с третьего желудок. Удара в нижнюю область пака. Ай, платьица порвалась. Ой. Какой удар мощный был, а? Да. Ну совсем. Платье от кутюр, к сожалению, оказывается порванным на третьей минуте матча. Дорогие взрослые, уберите детей. Смотрите, срочно. Клава атакует Валерию мощнейшими ударами по голове. Судья даже делает замечание, чтобы не бил закрытым кулаком не в голову. Не било, хотел сказать. Не било. Чтобы не било. Ну, я имею в виду, чтобы участник, чтобы спортсмен не бил. Спортсмен не бил, да, понятно. Разгон, разбег. Ой-ой-ой, какой мощный, да. Красивейший дерг за голову вниз шеи об канат, от которого Валерия отлетает силой назад и падает. Еле успевает встать. И Клава выписывает ей красивейший дропкик, удар двумя ногами в грудь. Какой удар был только что. Вы видели? Сейчас Клава грозила мощным увесистым совсем не женским кулаком кому-то, зритель. Да, видите, выражение лица Валерии уже перешло с такого слупчивого на опешившее. Да, она не ожидала, конечно. Она получила уже второй сюрприз за сегодняшний вечер. Первый был от Руслана Серегина, что в матче будет участвовать Локомотив, который пока еще не участвует. А второй от того, что Клава так на нее напирает. Да, у Клавы вот мы видим порвалось платье несколько. И впереди больше похоже, знаете, на какой-то передник даже. Так, вот Валерия, тем не менее, проводит слэм и лезет на канаты. Да уж. Это мне не мешало бы, конечно, бы ей заодно эпиляцию сделать. Но все-таки там у них в предместье. Ну, времени на это. Да, вот мы видим, она на колени, у нее чулки, но я бы при клавиатном телосложении вышел бы все-таки в колготках. Да, причем таких, знаете, которые... темного цвета. Да, через которые ноги не видно и в некоторых местах шерсть. Но Клава, как мы видим, девушка без комплекса. О, промахивает. И обладает отменной техникой. Вот сейчас она, к сожалению, промахнулась. Ну, совсем не женские ноги, я вам хочу сказать. Надеемся, что... Надеемся, что она не пострадала в результате этого вылета за ринг. Да ладно. И опять этот дерг было от второй, теперь же об третий канат. И Валерия снова отлетает. Наши девчонки из провинции, что вы хотите? Их вообще ничего не берет. Вот у нас на прошлом чемпионате «Новая кровь» в мае месяце было несколько дебютов, которых можно было назвать лучшими дебютами. А вот сейчас я думаю, что лучший дебют среди девушек – это явно у Клавы Ивановой. Ну, вот, да, я слежу за независимой федерацией. Вот очень жестко и активно она работает. Да, и совсем не женскую силу тоже показывает здесь. Печатывает Валерию лицом об ринг. Да уж, вот если она сможет стать в первом же матче чемпионкой независимой федерации, вот это будет номер. Это матч не за чемпионский пояс. Не за чемпионский? Я напоминаю, да. Это было объявлено с самого начала. Это матч не за чемпионский пояс, поскольку, во-первых, в нем сразу три участницы. Во-вторых, одна из них должна была быть иностранкой. А иностранцы по уставу пока что не могут участвовать за бои чемпионства России. Ну, нормально, достойно, в принципе. Да, Клава пользуется такой популярностью в публике, конечно. Смотрите, как ее поддерживают. А вот странно, что Локомотив здесь действует. Тоже, наверное, что-то задумал, наверняка, с своим напарником Фрексом Блумом. Я думаю, он проявляет некоторые зачатки джентльменства, которые у него, возможно, имеются. Он дает девушкам сначала справедливо помериться силами друг с другом. И уже потом, при необходимости, самому вступить в матч, если он увидит, что их уровень соответствует его уровню. Ох, ну не знаю. Те, кто был в центре на Тульской в начале этого года, когда был бой между Локомотивом и Валерией, мог воочию убедиться, что у того, так как он бил Валерию в том матче, он так жестоко не обходился ни с одним участником независимой федерации. Поэтому, мне кажется, какой-то хитрый план у него все-таки здесь. Так. Болевой прием от Клавы не увенчался успехом, поскольку Валерия
пенделем под зад. Ой, как... Впечатывает Клаву в угол. Да, может быть, все-таки Клава сделает какие-то выводы и на следующий свой бой не выйдет вот в таком платьице. Видно, не ожидала, что... Клава в третий раз оказывается за рингом, но на сей раз Валерия решает ее преследовать. Сколько фанатов у Клавы? Вперед, Клава, мы с тобой! Такой поддержки можно только позавидовать. А это что такое? Что откуда это? У Валерии ремень? Просим прощения! Просим прощения за эти кадры! А где она взяла ремень? Я что-то не понял. Что, зрители у кого-то, что ли? Да похоже на то. Стеганула так от души, знаете ли. Да, Клава бьется в агонии на ринге. Валерия заводит ее и делает ей суплекс. Какой ужас. Я таких жестких женских матчей не видел, ну, давным-давно уже. Года полтора-два, наверное. Да, хорошо, хорошо, девчонки работают. И немалая заслуга в этом Клавы Ивановой, которая в своем дебютном матче, дамы и господа, так хорошо работает, так хорошо держится против чемпионки Валерии, которая сейчас зажата в углу, но вовремя выходит. И Клава промахивается. ДДТ был приемом за ДДТ. Клава головой врезается в ринг. Да, теряется слегка после этого. Но спасает порванное платье от кутюр. Нога Валерии запутывается в платье, и она в изнеможении падает на спину. Бедолага, видно, все свои деньги, видно, вложила в это платье. Да, Клава не упускает момент и переходит в контратаку. Ой, какой шлагбаум. Да, вот это мощный шлагбаум. Тут, по-моему, даже был удар кулаком в лицо, мне тоже так показалось. Да, задело, похоже, Клава Валерию. Так, еще одна попытка болевого. Так, болевой это... Теперь уже более успешная. Валерии, похоже, уже не вырваться. Прием напоминает такой болевой захват, называется бостонский краб. Но только там обе ноги противника находятся под мышкой, а тут одна. Как он называется? Там полубостонский, не знаю. Наверное. Валерия пытается дотянуться до канаты. Да, ей это удается. Да, дорогие зрители, если вы сейчас вообще первый раз в жизни смотрите рестлинг, да, то... Я вот тут упоминал насчет атаки, когда противник находится в углу. Так вот, когда делают... Клава, похоже, пытается соблазнить судью на свою сторону. Да, вот когда делается болевой прием, то же самое. Противник, если схватится за канат, удержание не считается. А тем временем Валерия провела один из своих коронных приемов, оглушитель. Да, жесточайший оглушитель, я бы сказал. И вот теперь уже Валерия зажала Клаву на болевой прием. Похоже, вот отсюда уже не вырос. Смотрите, как плотно держит Валерия. Но сзади... Вот оно, джентльменство. Вот он влезает, локомотив. Да, в этом жестком ударе по почкам джентльменством и не пахнет. Я вот не знаю, если бы даже меня поставили в такой матч, я бы не стал вмешиваться, ну, из чувства уважения к девушкам. А это чемпион. Чемпион в команде ВЭХ. Смотрите, как он... С какой жесткостью сваливает вначале промахнувшийся с первого удара локомотив Валерию. Еще удар. Какая разница? Посмотрите, какая разница в силе, да? Это стоп-кран, стоп-кран от локомотива. Ну, тут уже говорить нечего. Практически на голову роняет локомотив Валерию. И, не пробыв на ринге и одной минуты, он выигрывает этот матч. Ну, как говорится, раненых нету. Так. Еще раз повторяю, матч был не на чемпионский пояс среди девушек, но Локомотив победитель этого уникального матча, устроенного Русланом Серегиным. А Клаван, уй! Клава пыталась атаковать, но получила огромный локомотивский башмак прямо в челюсть. Ну что же, победитель этого женского матча Иван Марков по прозвищу Локомотив. Вот так, да, вот первый вот победитель женского матча. Первый в истории вообще российского рестлинга. Я вообще в американском даже такого не видел. Ну, у нас страна непредсказуемая. И у нас в федерации рестлинга возможно все что угодно, так же как и в нашей матушке России. Почему никто не заступится за Валерию? Ну, охрана здесь специально существует для того, чтобы зрители не выбегали. Да, это... мы слышим, это не зритель, это гладиатор. А, это гладиатор. Кстати, вот еще один из новичков. Это тоже парень. Дебютировал в прошлом месяце в мае на чемпионате «Новая кровь». Да, еще один хороший парень. Он проявил себя, да, как такой честный, защитник, прямолинейный рестлер.
Так, секунду. Вали его! Публика хочет крови, хочет жести. Матив говорит, подожди, я только хочу поговорить. Наверное, они оба с Лексом хотят поговорить. Так-так. Невыгодная ситуация. Двое против одного. Весь зал слышит, как Флекс яростно дышит в микрофон. Что он сказал? Я тошнил. Нам с Локомотивом доставит огромное удовольствие набить твою размалеванную морду! Ты понял? Это гладиатор с буквочкой Г, сейчас он ответит этим подлецам и негодяям, этим подонкам! Даже если он один против двоих, правда на его стороне, сейчас он скажет ему. Правда-то на его, но на его ли стороне сила? Ну да, да, тут конечно да. Единственное, на что вы двое способны, вдвоем нападать либо на одного, либо на одну. Это он о чем? Ну, видимо, он знает то, что не знаем мы. А как насчет того, чтобы любой из вас сегодня, здесь, сейчас, один на один против меня? Вот так, на понятие взял человека. Да, тут уж грех отказаться, ничего не поделаешь. Тут уже, конечно, уйти, это значит сдрейфить в открытую перед точно лицом всей толпы. Тут уже... Подожди, чувак, сейчас мы подумаем и скажем. Подумаем. Тут да, нефиг думать, сваливать надо, как в том анекдоте. Ну, похоже, он как добропорядочный гражданин и член федерации решил посоветоваться с руководством. Видите, идет к Руслану Серегину. Что-то долго они советуются. Служит поддержать его. Похоже, совет окончен. Так, слушаем вердикт. Объявляю, что сегодня в честном матче один на один сойдутся Иван Марков, Локомотив и Гладиатор. Ну что же, справедливое решение, тут и советоваться было нечего. В честном матче самое главное. Надеюсь, что Локомотив действительно выйдет один. Так, ух, что такое? Опять подлость, которую мы уже видели ранее сегодня. Нападение вдвоем на одного. Похоже, это мотивировано тем, что они хотят потрепать Гладиатора еще до матча, чтобы в этом честном матче он уже не был на 100%. Да, это типа хитрая командная работа. Что-то вот уже во второй раз заметно, что много Руслан Серегин, ой, как много позволяют сегодня Локомотиву. Да, вообще сейчас пока плохие парни побеждают. Похоже, ему все сходит с рук. Этот матч был назначен, напомню, как честный матч между Гладиатором и Локомотивом. И надеемся, что именно таковым он и окажется на самом деле. Да, хотелось бы верить, конечно. Для тех, кто недавно к нам присоединился, напоминаю, что сейчас мы видим Локомотива в сопровождении своего напарника по команде Флекса Блумберга, и вместе они являются текущими чемпионами федерации в парных боях. Так. Его парни из города Москвы. Вот он, борец за справедливость, защитник угнетенных, ущербных, и так далее. Вот он, Гладиатор, единственный, нет, не как единственный. Один из немногих. Немногих честных, таких хороших парней нашей федерации. Человек, который постоянно заступится за слабого. Ну, ты преувеличиваешь, он заступился пока что один раз, ты уже делаешь из него такую икону для подражания. Я думаю, что это несколько преждевременно. Посмотрим, как он себя проявит в течение ближайших матчей. А что такого? Хорошие парни недостойны подражания. Так что хорошие парни не ходят с битами.
А как же интересно защищаться от плохих парней. Вы знаете, что нужно для того, чтобы наступил мир на всей земле? Нужно, чтобы все хорошие парни собрались и убивали всех злых, понимаете? И тогда вот после этого наступит мир на земле. Вот для этого, наверное, гладиаторы выходят со своей бомбой. Да, этот матч был объявлен как честным матчем между гладиатором и локомотивом. Но чтобы его сделать окончательно честным, я бы на месте учредителя матча сделал две вещи. Первое. Убрал от ринга напарника по команде локомотива Флекса Блутберга. И второе. Отобрал бы у гладиатора биты. Я бы так сказал. По-хорошему надо было бы убрать от ринга Руслана Серегина Суперуса. Чтобы он такие вот идеи... Так, локомотив... Подчеркивая, что этот матч должен быть честным, просит судью обыскать гладиатора, но судья как бы в ответ обыскивает и локомотива тоже. Локомотив пытается показать, ты на меня настолько короче, что ты здесь вообще делаешь. Ну, локомотив, конечно, превосходит гладиатора по росту, но гладиатор показал себя как очень-очень неплохой технический рестлер. Вот в своем первом дебютном матче, напомним, это второй бой всего для него. Локомотив тут же в начале матча заталкивает гладиатора в угол. Мощнейшие удары, да, которые мы до этого видели много раз уже. Вот в исполнении большого праведника, например, матч против Кента. Ну, вот я же говорю, техническая сторона. Локомотив явно этого не ожидал. Он не ожидал такого яростного и динамичного напора со стороны гладиатора. Только он пытается встать, гладиатор или сваливает его с ног опять, а вот сейчас же просто даже выкинул за ринг. Правильно, он даже не успел сообразить, что с ним произошло, как тут же оказался за рингом. Флекс пытается привести локомотива в чувство. Обратите внимание, как он один противостоит двоим сразу. Да, Флекс, ты что потерялся? Ну-ка залезай, порви его срочно. Локомотив несколько на... Да, моральная поддержка Флекса как раз оказалась тут как нельзя кстати. Ну, я вот не говорю, я вижу страх в глазах Локомотива. Мне кажется, он боится. Да, выражение лица явно поменялось относительно того, как мы видели, как он зашел на ринг. Локомотив пытается сменить тактику и призывает гладиатора к честному мерению силами. Вот начинается такая борьба. И вот как будто... Вот типа в ней, конечно, доминирует локомотив, но... Итак, может быть, все-таки за гладиатора... Но гладиатор смог все-таки пересилить, но, опять же, подлый трюк со стороны локомотива. Удар ногой в живот, и он заводит его на свой коронный стоп-кран. И опять не проходит, как мы уже видели. Промах, и ой-ой-ой-ой-ой. Мощный удар. Оба разгоняются, но Локомотив сумел в этой ситуации предвосхитить намерение гладиатора и выписывает ему свой большой локомотивский башмак прямо в лицо. Так, знаете, не торопясь отбежал от канатов и всем своим 100-килограммовым, даже больше, чем 100 килограмм, обрушивается на гладиатора. И еще удар. Да, вот это был опасный удар падающим локтем прямо куда-то в область шеи гладиатора. Конечно, это было очень и очень жестко. Локомотив, я считаю, что это переломный момент. Локомотив сумел-таки сломить напор гладиатора и, видите, не дает ему встать уже в течение более чем минуты. Шпала, коронный прием, но он не проходит. Гладиатор все-таки находит себе силы для того, чтобы оторвать в последний момент плечо от ринга. И локомотиву, конечно, приходится начинать все сначала. Ну, не совсем сначала, поскольку гладиатор уже еле-еле стоит на ногах. И это продолжается некоторое время. Атака локомотива. Явно шансы... Запуск канаты. О, как... вот это была обманка, конечно. Локомотив явно этого не ожидал. И попадает на болевой прием. Ну, все, это... Так, секундочку, подождите. Что-то матч слегка выходит за рамки честного боя, как было объявлено ранее. Здесь вообще должна быть дисквалификация по-хорошему. Нельзя вмешиваться кому-то еще в матче один на один. Пусть даже это и напарник. Гладиатор перешел к ударной технике. О, это заброс, будет вертикальный. Заброс на суплекс. Да. 100-килограммового локомотива он поднимает и бросает его. Да, красивейшим образом продержав несколько секунд вертикально вверх ногами превосходящего его по массе локомотива, гладиатор делает ему суплекс. Это был спинолом, да, спинолом в колено.
Гладиатор! Да, вот, ой, какой удар! Точное попадание в область шеи еще раз, да, вот это действительно красиво. Вот это действительно резко снижает шансы Локомотива одержать победу в этом честном матче. Ну, честном, да. Какой он честный, если уже один раз вмешался Плекс? Какой честный Локомотив? Речь. Ну ладно, пока это было чуть-чуть, пока не считается. Чуть-чуть не считается? Если все, да, если все пока будет выдержано в том же духе, то... Не ожидался. Вот серия мощных ударов. А-ля Макс Крими. Мы такие вот прям увидели. Их проводил. Ой-яй-яй-яй-яй. Локомотив вовремя подтянул. Подтянул к себе судью, создав живой щит против бегущего на него гладиатора. Подставил, и это не помогает. И это не помогает особо Локомотиву. Удержание. Ну, раз, два, три. Четыре даже. Считает сам гладиатор, это не считается. Это победа, это чистая победа. Если бы Локомотив вот подло так не подсунул бы рейк... Все, у меня... Я не могу сейчас вы сами все видите прекрасно. Опять подло, Плекс. Какой честный матч? О каком честном матче вообще может идти речь? Да, к сожалению, находящийся в ауте судья не может должным образом повлиять на развитие событий в этом... Уже в кавычках честном матче. Да уж. В кавычках честный матч продолжается. Плекс пытается разбудить рефери. А вот не ожидал. Но даже и сейчас, даже уже после этого нападения партнера Локомотива Флекса Блудберга, гладиатор еще держится. И не просто держится, а атакует. Он зажимает его в свой коронный захват, который называется Колизей. Еще немного их. Он выдержал тобой. Опять Плекс вмешивается, гладиатор отвлекается на него. А вот надо было ему отвлекаться. Зря. Отвлекся, и это был супер оглушитель от Локомотива. Супер оглушитель подъемным переворотом. Мне кажется, он решил еще поиздеваться над своим. Черта гнусная локомотивская. Хочет поиздеваться над своим поверженным противником. Так, коленом в брюшную секцию. Еще один разбег. Гладиатор вовремя вырывается. И силовой бросок. Ну, все, все, надо удерживать уже. Раз, два. Всего лишь два раза, господа. Локомотив, несмотря ни на что, держится. Держится очень неплохо. Вообще, вот, фактически, гладиатор вел матч один против двоих. Ну, он вел 10% времени, но и это существенно. Супер удар ногой в лицо, и Локомотив, похоже... Похоже, ему уже снятся какие-то прекрасные сны. Все, осталось только удержать. Это видел я. Раз, два... Так, в этот раз Флекс Блудберг дергает за ногу судью. Второй раз он лишает гладиатора заслуженной победы. Ну, это недопустимо, я считаю. Куда смотрит руководство? А руководство смотрит прямо на ринг в данный момент. Да, правда, не само руководство, а исполнители его обязанности. В лице Русланов Серегиных, конечно. Скуп слэм от гладиатора Локомотиву. Все, давай, тут нужно добивать, я считаю. Все. Да, что-то гладиатор второй раз уже отвлекается опять, в критические опять моменты. Опять вмешивается Флекс. Промах. Теперь уже вовремя Локомотив соображает, ориентируется. Это падающая бомба. Бомба Лысого, как она еще по-другому называется. Удержание. Раз, два. Три! Да, этого удара головой, затылком по рингу после бомбы Локомотива гладиатор уже не выдержал. И отрывает плечо от ринга сразу после третьего удара. Фактически, вы все прекрасно это видели. Он дважды уже победил в этом матче. Да, гладиатор сделал все, что смог, но этого, к сожалению, не хватило, чтобы победить в этом, еще раз скажу, честном в кавычке матче, в котором Флекс Блудберг активно, слишком активно поддерживал не только морально, но и физически своего напарника по команде Локомотива. И это был чемпионат «Опасная зона» независимой федерации рестлинга. Смотрите нас на телеканале О2 ровно через неделю. До свидания!
Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа! Мы снова рады приветствовать вас на телеканале О2 и на нашем чемпионате «Опасная зона» – первой и единственной в России независимой федерации рестлинга. И первое, что нам сегодня предстоит с вами увидеть – это хардкор-матч без правил и дисквалификации. Итак, как было объявлено ранее, мы переходим к хардкорному матчу. Дамы и господа, наш следующий матч является матчем без правил и без... Матчем без правил и без дисквалификации. Хардкор матча! Любимый тип матчей, который так, как обычно, ждет русская публика. И вот они уже начинают скандировать имя своего любимца. Вова, Вова. Это такая молодая хардкорная сегодня легенда. Сегодня в нем встретятся сразу три участника. Итак, встречаем первых. Из города Екатеринбурга. Вес 75 килограммов. Еще одной отличительной чертой хардкорных матчей является то, что, как правило, спортсмены, борцы-участники попадают в эти матчи чисто по собственному желанию. Подал заявку и, пожалуйста, ты уже в хардкор-матче. Вот, допустим, Рейв, который сейчас выходит к рингу. Всего лишь второй матч, он дебютировал в мае, больше месяца назад, и вот сейчас он уже выступает в хардкор-матче. 75-килограммовый Рейв выходит к рингу, и, надо сказать, публика не особенно жалует его своим вниманием. А это все потому, что в прошлое, свое первое появление, он как только появился около ринга, он сразу же выписал оплеуху своей бывшей подруге Машке. Это видел весь зал, и после этого они не взлюбили этого человека. Второй участник. Из города Москвы. Вес 68 килограмм. Вот такую вот веселую музычку в зале появляется. Знаете, когда я его сейчас увидел на темном фоне, такое ощущение, знаете, как вы видите, человек-невидимка, какой-то белый халат без головы. Медбрат Дима, этот парень является напарником медбрата Лёни. Да, очень странная история. У нас теперь есть новая команда, которая называется «Медбратья Лёня и Дима». Но вот почему-то на прошлом чемпионате был только медбрат Лёня, а вот в этот раз медбрат Дима. Вот так вот по очереди их репетирует. Ведущий уже слегка разошелся. И вот теперь мы ждем появления чемпиона хардкорных боев Вовочки, из-за которого, собственно, многие и ходят смотреть на эти матчи. Ну так, звучит музыка, но самого Вовочки мы почему-то не видим. Похожая ситуация, как была с появлением Молли Холли, что-то его нет, странно. Ну, я думаю, это как-то связано чисто с какими-то техническими накладками. Я думаю, Вовочка вот-вот появится. Так, вот два бойца, они, наверное, не будут дожидаться появления. Может быть, Вовочка застрял в пробке. А может быть, пробка застряла в каком-нибудь недопитой бутылке. Да, может быть, конечно, такое. Но, тем не менее, вот два бойца сходятся, тоже два новичка, для них... И для Рейва. Ой, матч начинается прекраснейшим германским суплексом от Рейва медбрату Диме. И даже не... Он держится за шею. Сможет ли медбрат Дима после этого встать? Да, это был очень мощный бросок. Так вот, это для обоих рестлеров этот матч является всего лишь вторым. Как и для Рейва, так и для медбрата Димы он является вообще первым. Первым, да. Я смотрел с медбратом Лёней, просто они очень похожи. Рейв продолжает атаку, он сделал только что летящий шлагбаум и тут же падающую ногу на Диму. Да, а Дима, похоже, до сих пор от первого приема не может подойти, все так и держится за затылок. Не может встать, бедняга. Так, Рейв прыгает, и какой прием, а!
Удержали. Рестлера из него никакой. Не то зря, кстати. Все-таки парень новичок. Рейв не ожидал, что этого не хватит, чтобы прикончить Диму, поэтому пытается прямо тут же удержать его повторно. Но Дима хоть никак не может встать. Валяется, так и держась за свой ушибленный затылок, но все равно пока не отказывается продолжать этот бой. Рейв забрасывает медбрата Диму на плечи и... Да, какой-то прием он проводит. Прекрасно, да. Рейв работает жестко и с умом. Мне все-таки интересно, где же Вовочка, да? Матч, я так понимаю, за хардкорный титул. Какой же бой за хардкорный титул без хардкорного чемпиона? Да, но это, как мы видим, не остановило первых двух участников, которых мы прямо сейчас перед собой имеем. Похоже, будет тут пояс или нет. Все равно им главное дать помутузить друг друга и показать зрителям, на что эти недавние дебютанты способны. Вот Рейв вытаскивает палку из-под ринга и сейчас будет атаковать своего оппонента. Единственное, что... Он не да, поперек сделал. Стальной палкой от швабры прямо по зрителю. Я не знаю, что удерживает Диму на ринге до сих пор. А, вот Рейв, мы видели, он промахнулся несколько. Второй раз звучит музыка Вовочки, и, наверное, сейчас уж он точно появится. Ну, покажите нам выход. Да, вот он, чемпион. Вовочка входит в зал. И публика склоняется в экстазе. Да, ну как я и предполагал, Вовочка что-то просто непредвиденным образом задержала на пару минут. И он тут же набрасывается на Рейва. Конечно, да, у Вовочки опыт, парень, 2.5 года уже находится в федерации. А для Рейва всего лишь второй матч, и, конечно, он не может ничего противопоставить. Данный момент напору и агрессивности Вовочки. Смотрите, медбрат на заднем плане тем временем удаляется от ринга. Похоже, с него на сегодня хватит. А Вовочка берет дорожный знак. Удар с ноги прямо Рейва. По лбу, осталось двое претендентов, и вы знаете, за кого вы не знаете. Что собирается делать Вовочка? Он кладет дорожный знак на нижний канат и атакует своего противника, запускает его. Хватает знак и удар мощнейший. Попадает, замахнувшись железным знаком прямо в лицо Рейву. Так. И DDT со всей силы Рейв прижимается головой. Это всего лишь стальной дорожный знак. И вот теперь уже Рейв хватается за свою голову. Поддержим Вовочку. Нет, не было даже. Чтобы поддерживать. Посмотрите на его опухшее лицо. Вовочка пытается добить Рейва. Разгоняет. И выбрасывает его через третий канат. Берет дорожный знак и, похоже, собирается вылезать тоже за ринг. Да, вот он это делает. И планирует добить своего оппонента там же, за рингом. Итак, я слышу, да, я уже могу сказать, что сейчас будет делать Вовочка. Удар. Молодцы, болейте сильнее! С размаху он был нанесен Рейву прямо в лоб. Рейв, похоже, в отключке. У девушек, по-моему, религиозный экстаз никак не может кончиться. Идолопоклонничество, что ли? Прям уже да, это прям как на сеансах коллективного гипноза. Скажите, за кого вы болеете? Удар под дых. Так. Удар палкой. Еще один удар. Вовочка как ниндзя работает двумя палками в обоих руках. Да уж, это вам не фунт изюму. Смотрите. И удушение. И хотелось бы заметить, что в этом матче удушение, как и все, что остальное вы здесь видите, все разрешено. Видите, судья даже не пытается их остановить или вернуть на ринг. Он просто лишь дает, я бы так сказал, небольшие пожелания в том плане, чтобы попытаться предостеречь борцов от излишней жестокости. Да, вот именно. Рейв успешно реверсирует, и Вовочка впечатывается лбом прямо в железную опору ринга. Да, публика просто в экстазе от этого всего. Чем нравятся наши публики хардкорные матчи? Тем, что здесь разрешено то, чего не дозволено в других боях. Вот такие виды спорта. Даже в других видах вот, матчах по рестлингу. Не всем других боях в одиночных просто один на один не дозволяются такие вольности, как здесь.
Да, матч уже добрую половину протекает за пределами ринга. И Рейв берет еще какой-то заготовленный, это или найденный прямо сейчас предмет. Это плафон от лампы дневного освещения, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой страшный удар. Да, хорошо, хоть если осколки не улетели в зрителей. Такой да, силы удар, что порядка сотни осколков разлетаются в разные стороны. И Вовочка в ужасе уползает к выходу от Рейва. Похоже, Рейв уже снискал поддержку части зрительного зала. Но Вовочка блокирует. Обмен ударами идет. Вовочка, похоже, немножко пару раз промахнулся, но смог таки... Запускает вот Рейва в ринг. Да, смог пересилить Рейва. Так, что это он... Ага, он делает знак вот комментаторам, чтобы те убрали все свои вещи, там, прибомбасы со стола. Я так думаю... Да, я... вот он... Тише, тише. Дамы и господа, вы готовы к отбору? Да. Ой-ой-ой-ой, это был чоп. Теперь да. Понятно, он попросил всю аудиторию помолчать секунду, чтобы послушать. Да, они услышали этот чопа. Так, он кладет Рейва прямо на стол. И сейчас будет делать... Да, это будет, скорее всего, какой-нибудь экстремальный прыжок, который и так любит Вовочка проводить на своих оппонентах. Неужели он сейчас делает свою знаменитую лебединую бомбу, которую он уже примерно полтора года назад последний раз делал, пока на столе лежал пресс? Итак, нет, это был просто сплэш. Да, в этот раз всего лишь сплэш. Не разменивается Вовочка лебедиными бомбами на таких, как Рейв, наверное. Так, это все, это, по-моему, было удержание, да? Да, судья отчитал до... Раз, два, три, а где же гонг? Почему-то не слышно удар. А, да, гонг. Где же гонг? Гонг-то был на столе. А стола-то уже нет как такового. Так, молчание. Вот и гонг. Вот гонг, все. Решением судьи и по счету 3 объявляет победитель Вовочка. Ну что ж, справедливо. И, честно говоря, сегодня многие иного исхода и не ожидали, хотя здесь все возможно. Уж больно сегодня непредставительный состав оппонентов у Вовочки. Один вообще убежал после двух минут матча. Нет, он показал себя более-менее достойно, для Вовочка это было достаточно неплохо. Так, секунду. Вовочка, подожди секундочку, у меня для тебя есть плохие новости. Это Руслан Серегин. Что же это за новости для Вовочки, интересно? Наверное, хочет найти ему какого-нибудь ужасного оппонента для следующего матча. Слушай меня внимательно, придурок. Интересный там придурок. Пока с тобой говорит официальное лицо, ты должен меня слушать внимательно и смотреть мне в глаза, ты это понял? Ага, это была американская судьба. Ты понял меня? Вовочка изнеможден после матча. Слушай, Вовочка. Держится за голову. Так как ты 22 мая не явился на чемпионат, и при том даже не удосужился объяснить мне причину своего отсутствия. Такой, я исполняющий обязанности президента независимой федерации рейсинга. Свыкнись с этим. А стоит ли свыкаться? Долго ли это продлится? Вот в чем вопрос. Вовочка, раз Вадим доверил мне исполнять его обязанности, ты сам понимаешь, я не дурак, поэтому. Поэтому я понимаю прекрасно. Но я думаю, что это резонно. Ты пьянствовал на своей даче. Со своими похабными подружками. Откуда же такая информация у Руслана Серегина, интересно? Это кто-то рассказал ему. Стуканул. Я все понимаю, Вовочка. Ну скажи мне одно, почему два месяца? Не один, а два! Ты отсутствовал на тренировках! Объясни мне! Подожди, мне не нужно твое объяснение! Ты перешел все границы, ты это понимаешь? И поэтому этот матч я объявляю нелегитимным! Ты даже не знаешь таких слов, да? Ну, конечно, три класса образования дают о себе знать! Вот это да, вот Рус разбушевался, а. И поэтому... Заткните!
Да, Руслан явно не пользуется поддержкой у публики. Я говорю, ну что, походу только ботинок снять, смогу подключать. Я вам покажу. Пусть ему мать срочно. Но, к сожалению, здесь нет трибуны для этого, есть только ринг. Так, вот. Все, Вовочка, ты доигрался. Просто не дают говорить зрители. Исполняющему обязанности. Супер-рус, поимейте уважение к исполняющему обязанности. А вот второй ведущий пресс ходит и наоборот подбадривает публику, чтобы они скандировали в пользу Вовочки. Да пресс просто отвлекает внимание от важных событий. Может быть, действительно что-то важное сейчас должно прозвучать из уст Руслана Серегина. Какой бардак просто творится в федерации сейчас. Вот, а публика не хочет угомониться. Да, а Вова тем временем на троне купается в лучах славы. Наверное, один из тех немногих моментов, о которых он будет вспоминать до конца своей жизни и рассказывать потом внукам. Все, Вовочка, ты доигрался! Заткнитесь все! Все заткнулись! Вот публика не желает слушать Сережа, не желает. Да говори, Руслан, тебя и так нормально слышно, у тебя же микрофон. Иди сюда, говно, я тебе сделаю пару приемов. Я хоть из бывших, но кое-что еще помню. Вова, ты лучший! Со мной согласны все! Да, у нас тут какой-то уже просто клуб пресса образовался по интересам. Он дает своим любимым фанатам микрофон. Это короче, Вовочка, ты допрыгался со своими фанатами идиотами. Они что, с тобой все вместе на даче пьянство? И скажи. Да, вот такая нехилая догадка. Ты че, вот этих трех девушек, четырех девушек, ты сам удовлетворил, да? О, какой! Ну, вот кто они такие? А что они, прости меня, дудки, да? Почему они все на тебя болеют? Ответь! Мы просим прощения за то, что наш управляющий матчами выносит такие темы на публику. Сегодня решайте титул. Я объявляю титул хардкор-чемпиона двукратным! Вот это да! Доигрались, да? Теперь ваш любимый Вовочка без титула! Я вам скажу больше! Теперь я буду решать, кто должен быть чемпионом. Ой-ой-ой. Да, Вовочка не выдерживает и на радость публики вскидывает. Ой, какой был прием-то, а. Прямо на голову, на теме уронил он Суперуса. Почему он сбегает с ринга? А, да-да, вот появляется Флекс Блудберг и Локомотив. Который, конечно же, горой за Суперуса, поскольку он помог им выиграть, и, естественно, они защитят его. Вот, они приводят Серегина в чувство. Но все-таки, я так понимаю, хардкорный пояс вакантный, то есть. Интересно, Руслан действительно имеет право принимать такие решения. Да, 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 вот это очень интересно. Он игрался. Теперь, как я и говорил, этот пояс будет держать только достойный его человек. И где является Вовочка? Теперь он вакантный! И только я решил, кто будет биться и кто будет заслужить этот титул! Все! Все молчать! Интересно, по каким критериям будет проводиться отбор? Я так понимаю, самый достойный это Руслан Серегин, Суперрус. Наверное, потому что он надевает на себя пояс, он считает себя единственным достойным. Может быть, он считает себя как хранителем, почетным хранителем вакантного хардкорного пояса. Довольный ты какой, посмотрите на его лицо.
не надо шутить, не надо это шутить. Это как теория заговора. Не слушает Чайковского. Вот здесь вот этот заговор, он видит полный мир. Да, что-то сегодня их взаимоотношения с локомотивом, явно наводят на некоторые мысли. Так, ну Вовочка, похоже, до сих пор у ринга опешил и что-то не уходит никак. Похоже, Вовочка хочет что-то сказать или нет? Да, да, похоже, он хочет что-то сказать. Да, последнее слово сегодня, похоже, осталось за Русланом Серебряным. А нет. Стой! Комментарии излишни, как говорится. Как на футбольном матче просто. Тебе давно пора смириться, то что ты дерешься как баба. Вот это оскорбление. Я прекрасно знаю, что тебе нужен этот бой. Чтобы ходить дома перед зеркалом, и красоваться, пока мама не видит. Какой огород. Сторону. Какой камень огород? Какой огород в сторону? Ты не можешь драться честно, как все борцы! Ты себя чувствуешь настоящим мужиком, только в разрезе едет двух шавок! О, две шавки! Это локомотив. Ты не должен! Сейчас локомотив говорит Флексу, ты приколись, он тебе двумя шавками обозвал. Девушка, аккуратно! Уезжай к себе в деревню! А почему я не мог драться, я тебе объясню! Скуди! Руслана Серегина просят уехать назад в деревню, дачу в Московской области. Это то, откуда он, собственно говоря, проживает. Короче, ладно, ты кусок пульса, с тобой нечего говорить. Так, заткни, заткнулся. Дача — это деревня, кто-то... Заткни, ты свой на месте, уже. Мы с тобой встретимся на следующем шоу. Ты хочешь с тобой встретиться на следующем шоу? Я с ней, уже. Это не то, что я на смену этого типа. Не попробуй мне его набрать. Ну вот, Вовочка принял вызов. Меня, точнее, он сам бросил вызов Серегину, и Серегин его принял. И теперь мы ожидаем бой между Русланом Серегиным и Вовочкой в следующем месяце. Интересно, ведь Вовочка, по-моему, был два раза, да, хардкорным чемпионом? И столько же раз был хардкорным чемпионом Руслан Серегин. Правда, время держания пояса у них несколько разное, но тем не менее. Оно отличается, скажем так, не просто в разы, а в десятки раз. Но... таковы обстоятельства. Порошает своим яростным ботом, серьезным болельщиком. Да, все-таки действительно, что ты не понимаешь, не надо шутить с вами. Ну что ж, надеемся, что сейчас мы наконец сможем перейти к нашему следующему матчу. Фанатки-добровольцы из числа зрителей. Они выдержали напора фанатов и добровольцев. Но до чего они пытались убраться на ринге после хардкорного матча, и мы слышали, что... Для поезда чемпионов НПР команду боя. Итак, поздравляем первыми. Роман из Межгорода Марина. Команда! Команда, ты что?
килограмм. Не, он реально похож на Где Божьи головы. Что-то забыл, наверное, замешкался наш ведущий. Двойной экстрим! Ты думаешь, что же нас делать? Ты сильно ошибаешься! И вот после ринга появляется команда «Двойной экстрим». Та команда, которая сегодня делает вызов чемпионам в парных боях. Команде «Локомотива» из Мексик-Лунберга. Напоминаю, «Двойной экстрим» уже были чемпионами независимой федерации рестлинга в парных боях. И кроме этого, они также представляли российскую сторону в боях «Расляда 2005. Россия против Америки». Да, к сожалению, правда, проиграли тогда, но это был нечестный проигрыш совершенно. Но, безусловно, эта команда является достойными претендентами. Название носящих пояса в парных боях. Пояса чемпионов в парных боях. Комбинированный вес 190 килограмм. Флекс Блутер и Флекс Мартов. Локомотив. Ну, этих ребят, конечно же, мы видели уже сегодня. И видели, причем не один раз зарекомендовали. Вот они, Локомотив обнимается. Целуются, можно сказать. Да, что-то у них прямо экстаз сотрудничества достигает небывалых высот. И кого это? Они слились поцелую от экстаза сотрудничества. Просто да, потрясающе. Да. Надо было еще себе красному станку лесу будет. Итак, поженители, как я уже говорил, неоднократно. Вот, когда они там вмешались в руководителя женского матча. И... Честно, они победили «Гладиатора». А также победителем честного матча против «Гладиатора». Ну, честный, честный в кавычках. Но я и подчеркиваю поэтому, честного честный матча. Да, да, честно. Посмотрим, насколько честно будет сейчас. Хотелось бы надеяться, ну, такая минимальная у меня надежда, хотя я уверен, что не будет, что вот этот матч более-менее пройдет в рамках приличия. Сколько-то можно... Я такого беспредела давно уже не видел. Я думаю, у «Двойного экстрима» есть все шансы, потому что они являются более сплоченной и более опытной командой. Итак, начинают наш бой Флекс Блудберг и Джуниор. Джуниор в белой майке, Шокер в черной. И «Локомотив», естественно, не перепутайте. Флекс противопоставляет недюжинную физическую силу. Мы видим, даже в начале матча он сразу же откидывает Джуниора. А Иван Марков, как уже было сказано ранее, может противопоставить недюжинную наглость и напористость. Да, вот, конечно, техники, конечно, не занимаются. Ребята, но напора, ярости тоже. Удержание боковым броском. Джуниор сразу же выходит на раннее удержание в этом матче, но, естественно, как мы видим, пока без особого успеха. Захват головы, более сильный Флекс выталкивает Джуниора. Так, что-то... Да, все-таки он его сбивает. Да, первый раз Джуниор пытался перехитрить, пробежал дальше мимо, но все-таки наткнулся на мощное плечо Флекса. Тут подскользнулся или споткнулся, что ли, и попал так. Удар локтем от Флекса, и Джуниор валяется вот возле, вернее, на ринге. А вот это грубый прием, кстати. Вот странно, что рефери отсчитывает. Но здесь, по-моему, все в рамках правил, ничего незаконного. Так, похоже, Джуниору уже пришло время смениться на своего партнера. Флекс отвлекся. И вот это стоило ему, конечно, перехода и инициативы. Более такой свежий Шокер выскакивает на ринг. Ой-ой-ой-ой-ой, какой-то был непонятный. Да, сегодня Флекс явно более прыгучий, чем обычно. Да. Мы видим, как он так запрыгнул по 7-метровую высоту и принял своей ногой Шокера. Но, тем не менее, инициатива сейчас за Шокером.
Удары шокера точны и резки. Реверс. Шокер разбегается. И мощнейший шлагбаум. Да, я думаю, что все-таки шокер, несмотря на разницу в весе, значительно выигрывает у Флекса в своей ловкости, резкости и напоре. Да, да, это, кстати, есть даже вот, достаточно посмотреть, вот то, что сейчас происходит. Как опасно, он швырнул Флекса прямо на затылок, и Локомотив тут как тут. Последний момент, опять же, подло. Подло Иван Марков обрушивается. Что интересно, промахнувшись по шокеру, он попадает практически в пах своему напарнику Флексу, но тем не менее, и это помогает ему разбить удержание, поскольку шокер вовремя ушел с дороги. Падающая нога из-за каната на Флекса. Я слышал, кто-то крикнул Флекс, да? Так, а это двойной прием от двойного Флекса. Называется распятие. Мы видим, как шокер добросовестно покидает ринг после проведения двойного приема. Но в этот раз Локомотив приходит на помощь своему напарнику Флексу и сдергивает Джуниора. Нападает на Джуниора во время удержания. Команда «Двойной экстрим» могла выиграть прямо сейчас, если бы не это вмешательство «Локомотива». И вот уже «Флекс», «Флекс» передает инициативу «Локомотиву». Большой «Локомотив» пытался, да, начать. Промахнулся. Вымотала его подлость сегодняшняя. Еще один промах. А нет, смотрите, как успешно блокирует. Забрасывает. Не забрасывает. Да, чего же. Еще один, слушайте, как много ошибок «Локомотив»-то делает, посмотрите. Говорят, Джуниор не победит. Но зато ошибку не делает Джуниор, убравшись вовремя с пути Локомотива. Мощный удар нанес прямо в лоб, и Локомотив падает, и такое ощущение, что он в нокауте даже в каком-то. Ой-ой-ой! Джуниор делает мощнейший локоть с верхнего каната ринга. А судья даже проверяет у Локомотива, в порядке ли он и в состоянии ли он продолжить этот матч. Я сейчас смотрю на матч и вижу, что судья... Так, похоже, что Локомотив до сих пор не может прийти в себя. Потерян. И это позволяет двойному экстриму... Что это за... Я такого не видел еще никогда. Что это сделает? Приготовить Локомотива для какого-то очередного экстремального... Взрывается, у него не получилось провести. Да, долетает шокер до Локомотива. Я думаю, это во многом дает шанс Локомотиву. Да, у Локомотива появился реальный шанс, потому что если бы сейчас шокер попал бы по нему, то тогда, конечно же, не было бы у него никаких шансов. Да, ему не поздоровилось. Да, и вот так всегда высокий риск применяют ребята, и очень-очень часто он отплачивает им в обратную сторону. Да, вот как сейчас. Победа ведь была так близко. Ну, конечно, ударенный только что шокер, промахнувшийся, уже не в состоянии двигаться так резво, как он был еще минуту назад. Ну, бах, с такой высоты, это было порядка, даже больше метра. Спасает шокер от броска Джуниора. Да, вот она, командная работа. И опять вмешивается Локомотив. Ну что это такое-то, а? Уважаемые друзья, сейчас мы вынуждены прерваться по причине временных рамок нашей передачи на телеканале О2. Но матч продолжается, и мы с вами сможем проследить за его дальнейшим ходом на следующей неделе в это же самое время. Смотрите чемпионат «Опасная зона» на телеканале О2. До новых встреч! Уважаемые друзья, мы снова рады приветствовать вас на чемпионате «Опасная зона», первой и единственной в России независимой федерации рестлинга. Сегодня нам предстоит увидеть матч между нынешним чемпионом независимой федерации рестлинга Кувалдой и молодым перспективным борцом Вулканом. Но сначала небольшая предыстория о том, как они схватились в незапланированной схватке. Я буду с тобой драться! Я буду с тобой драться!
Так, как мы видим, последнее слово осталось за Вулканом. Ну а за кем останется последнее слово в этом бое между чемпионом Кувалдой и претендентом, которого выбрали зрители, Вулканом? Нам предстоит узнать в самом конце нашего сегодняшнего репортажа. А сейчас мы с вами увидим командный матч за пояса чемпионов независимой федерации рестлинга в парных боях. 145 килограмм. Не, он реально похож на Глеба Жиглова. Что-то забыл, наверное, замешкался. Наш ведущий. Двойной экстрим. Ты думаешь, можешь нас сделать? Ты Сережа Бойсо! И вот после ринга появляется команда «Двойной экстрим». Та команда, которая сегодня делает вызов чемпионам в парных боях, команде «Локомотива» и «Флекса Блудберга». Напоминаю, «Двойной экстрим» уже были чемпионами независимой федерации рестлинга в парных боях. И кроме этого, они также представляли российскую сторону в боях «Расследов 2005. Россия против Америки». Да, к сожалению, правда, проиграли тогда, но это был нечестный проигрыш совершенно. Но, безусловно, эта команда является достойными претендентами на звание носящих пояса в парных боях, пояса чемпионов в парных боях. Конечно же, мы видели уже сегодня, и видели, причем не один раз зарекомендовали. Вот они, «Локомотив» обнимается, целуется, можно сказать. Да, что-то у них вот прямо экстаз сотрудничества достигает небывалых высот. И кого это? Они слились поцелуя от экстаза сотрудничества. Просто да, потрясающе. Да. Надо было еще себе красному ставку прессу. Так, поженители, как я уже говорил, неоднократно. Вот, когда они там вмешались в победителя женского матча. И честно они победили «Гладиатора». А также победителем честного матча против «Гладиатора». Ну, был честный, честный в кавычках. Но я и подчеркиваю, поэтому честного честный матча. Честный, да, честный. Посмотрим, насколько честно будет сейчас. Хотелось бы надеяться, ну, такая минимальная у меня надежда, хотя я уверен, что не будет, что вот этот матч более-менее пройдет, ну, в рамках приличия. Сколько-то можно, я такого беспредела давно уже не видел. Я думаю, у «Двойного экстрима» есть все шансы, потому что они являются более сплоченной и более опытной командой. Итак, начинает наш бой. Флекс Блудберг и Джуниор. Джуниор в белой майке, Шокер в черной, и «Локомотив» в черной, не перепутайте. Флекс противопоставляет недюжинную физическую силу. Мы видим, даже в начале матча он сразу же откидывает Джуниора. А Иван Марков, как уже было сказано ранее, может противопоставить недюжинную наглость и напористость.
Да, вот, конечно, техникой, конечно, не занимается. Ребята, но напора, ярость Джуниор, тоже. Джуниор, ответь мне! Удержание. Боковым броском. Джуниор сразу же выходит на раннее удержание в этом матче. Но, естественно, как мы видим, пока без особого успеха. Захват головы. Более сильный флекс выталкивает Джуниора. Так, что-то... Да, все-таки он его сбивает. Какой отменный прием? Да, первый раз Джуниор пытался перехитрить. Пробежал дальше мимо. Но все-таки наткнулся на мощное плечо флекса. Да, тут подскользнулся или споткнулся, что ли. Попал так. Удар локтем от флекса. И Джуниор валяется вот возле, вернее, на ринге. А вот это грубый прием, кстати. Вот странно, что рефери отсчитывает. Но здесь, по-моему, все в рамках правил. Ничего незаконного. Так, похоже, Джуниору уже пришло время смениться на своего партнера. Флекс отвлекся. И вот это стоило ему, конечно, перехода и инициативы. Более такой свежий шокер выскакивает на ринг. Ой-ой-ой-ой-ой, какой-то был непонятный. Да, сегодня Флекс явно более прыгучий, чем обычно. Да. Мы видим, как он так запрыгнул по 7-метровую высоту и принял своей ногой шокера. Но, тем не менее, инициатива сейчас за шокера. Удары шокера точны и резки. Реверс. Шокер разбегается. И мощнейший шлагбаум. Да, я думаю, что все-таки шокер, несмотря на разницу в весе, значительно выигрывает у Флекса в своей ловкости, резкости и напоре. Да, да, это, кстати, есть даже вот, достаточно посмотреть, вот, то, что сейчас происходит. Как опасно, он швырнул Флекса прямо на затылок, и Локомотив тут как тут. Последний момент, опять же, подло. Подло Иван Марков обрушивается. Что интересно, промахнувшись по шокеру, он попадает практически в пах своему напарнику Флексу, но тем не менее, и это помогает ему разбить удержание, поскольку шокер вовремя ушел с дороги. Падающая нога из-за каната на Флекса. Так, а это двойной прием от двойного Флекса. Называется распятие. Мы видим, как шокер добросовестно покидает ринг после проведения двойного приема. Но в этот раз Локомотив приходит на помощь своему напарнику Флексу и сдергивает Джуниора. Нападает на Джуниора во время удержания. Команда «Двойной экстрим» могла выиграть прямо сейчас, если бы не это вмешательство «Локомотива». И вот уже «Флекс». «Флекс» передает инициативу «Локомотиву». «Локомотив» пытается, да, начать. Промахнулся, промахнулся. Вымотала его подлость сегодняшняя. Еще один промах. А нет, смотрите, как успешно блокирует. Забрасывает. Не забрасывает. Да, чего же. Еще один. Слушайте, как много ошибок «Локомотив»-то делает. Смотрите. Но зато ошибку не делает Джуниор, убравшись вовремя с пути Локомотива. Мощный удар нанес прямо в лоб, и Локомотив падает, и такое ощущение, что он в нокауте даже в каком-то. Ой-ой-ой! Джуниор делает мощнейший локоть с верхнего каната ринга. А судья даже проверяет у Локомотива, в порядке ли он и в состоянии ли он продолжить этот матч. Я сейчас смотрю на матч и вижу, что судья... Так, похоже, что Локомотив до сих пор не может прийти в себя. Потерян. И это позволяет «Двойному экстриму». Что это за... Я такого не видел еще никогда. Что это за дело? Приготовить Локомотива для какого-то очередного экстремального... Он взрывается, у него не получилось провести. Да, долетает шокер до Локомотива. Я думаю, это во многом дает шанс Локомотиву. Да, у Локомотива появился реальный шанс, потому что если бы сейчас шокер попал бы по нему, то тогда, конечно же, не было бы у него никаких шансов. Да, ему бы не поздоровалось. Да, и вот так всегда высокий риск применяют ребята, и очень-очень часто он оплачивает им в обратную сторону. Да, вот как сейчас. Победа ведь была так близко. Ну, конечно, ударенный только что шокер, промахнувшийся, уже не в состоянии
двигаться так резво, как он был еще минуту назад. Ну, бах, с такой высоты, это было порядка, даже больше метра. Спасает Шокер от броска Джуниора. А вот она, командная работа. И опять вмешивается Локомотив. Ну, что это такое-то, а? А представляете, что было бы с Локомотивом, если бы Шокер приземлился ровно на него? Наверное, просто голова как яйцо в смятку расплющилась бы. Да, я думаю, если бы не было хуже. Ну с чего, может быть? Ну как? Тут не только голова, может быть. Это кого болеете, а? Да. А вот матч уже частично перетек за пределы ринга. Опять двойной экстрим показывает. Вдвоем атакуют, работу. Да, Локомотива. Смотрите, еще! Так, вот там отсюда не очень хорошо. Запрещено, отчитывайте, пожалуйста, они должны вернуться на ринг. Так, похоже, меняются. Джуниор и Шокер, да? Шокер остается на ринге. Я вообще не знаю, как мы Шокер не остается за рингом, а он держит, чтобы никто не убежали. Локомотив и Флекс. Сбивает их. Прыжок сальто и сбивает своих противников Джуниор. И причем так хитро, что сразу же встал на ноги. Значит, удачно попал. Да, повезло, конечно, попал. Встает вслед за ним и Локомотив. А Флекс пока в одиночестве отдыхает посредине ринга, заброшенной туда командой двойной экстрим, которые, похоже, обрели, наконец, полный контроль над этим матчем. И вот двойной прием, это двойная резня двойного экстрима. Сейчас они будут его делать. Да! Наконец-то оба точно попадают. И Шокер, и Джуниор. Раз. О! И что ж такое-то? А это вот уже Руслан Серегин вмешивается. Ну это вообще беспардонно. Он почему Руслан дергает за ногу судью? Видел ли он что-то? Да, он пытается объяснить, что он видел что-то, чего не видели мы. Да, пресс отталкивает его от рефери, но удержание было разорвано, как бы то ни было. Как бы то ни было, матч продолжается. И на ринге работают Джуниор из команды «Двойной экстрим» и Флекс Блудберг из команды «Локомотив» и Флекс Блудберг. Или как сокращение, чем называется «Локомотив». Да. Так, Локомотив уже присоединился из-за каната и получает справедливое замечание от судьи. Но, тем не менее, инициатива теперь реально переходит к нему от Флекса. Один из них должен уйти, но они не слушают судью. Подбрасывают, что из силы Джуниора вверх. Тот просто падает. Это был не раскрывшийся парашют от Локомотива и Флекса Джуниору. Так, какие-то самоотверженные приемы пошли. О, гильотина. Масса Локомотива, усиленная броском Флекса Блудберга, припечатывает уже и так припечатанного Джуниора еще больше к рингу. По-моему, он сам сейчас поднялся. Не захотел почему-то удерживать. Похоже, решили поиздеваться, да. Опять Флекс Блудберг и Джуниор на ринге. И бросок домкрат. Удержание. Нет, удержание. Сколько уже времени матч идет? Похоже, Локомотив зря так похвастался, погорячился он отпустить Джуниора. Мы видим, что теперь Флекс Блудберг едва может справиться с уже в значительной степени помятым Джуниором. Да, в таких... Запуск в угол и никого дома. В таких матчах, как матчи за чемпионские титулы, конечно, позерство до добра не доводит. Это вот был мощнейший удар только что. Да в любых матчах позерство не доводит до добра. Как мы видели, удар большого ботинка, который Локомотив наградил Шокера. Только что Джуниор взорвался серией ударов на Флекса. Ему как будто бы пришло второе дыхание. Но потом мы видим, он пытался забросить Флекса на бросок. У него ничего не получилось. И вот только так вот, разбежавшись от каната, он только что снес его двойным ударом ног в голову. Так, почему Джуниор не удерживает? Надо было удерживать сейчас. Ну что он делает-то? Опять забрасывает таки себе на плечи. Теперь самое время удержать. И опять Серегин вмешивается. Да что во второй такое? Раз Серегин делает замечание судье. Ну что же это такое? Ну как,
Вот так, секундочку, что это? Так, клет, слово какое-то. Ой-ой-ой, что это было-то? Князь пользуется замешкой и сыплет какой-то порошок прямо в лицо. В лицо Джуниору. Да, Джуниор ослеплен, и Флекс, пользуясь этим, поднимает, проводит свой коронный прием. И раз, два, три. Сам Серегин отбивает три удара. Да, вот так. Он только что лишил судью права продолжать этот матч. И объявил себя. Объявил себя судьей. И тут же присудил победу команде Флекса Бутерга и Локомотива. Какой кошмар, а? Да, совершенно неожиданный поворот событий. В результате чемпионы все еще команда Флекса Клубберга и Локомотива. Да, что-то сегодня Руслан Серегин явно действует в разрез с самим же им декларированными принципами справедливости, честности. Фигуры опять же. Да. Надо же. Такое творится, это вот первый. Все это на глазах у всех попрал и растоптал. Так, что это? Локомотив прямо на глазах у всех, не особо прячась, дает Руслану Серегину деньги. Не, ну это все, ну. Да, вот такого коррупция в спорте, мы много об этом слышали. Так, чтобы открыто. Вот так, открыто, такого мы еще не видели. Ага. Пресс отогнал Локомотива, а мы слышим знакомый кашель. Это никто иной, как президент Независимой Федерации Рестлинга Вадим Корягин. Интересно, он видел то, что видели мы, или нет? Я думаю, видел. Послушаем-ка его. Убери свою поганую лапу подальше от моего тела! Стоило мне уйти отсюда буквально на пару недель, и ты превратил матчи Федерации в полнейший бардак! Уже даже рефери наш, посмотрите, эмоции его захлестывают. Да, он тоже чувствует себя отмщенным. Что это там у тебя? Ну-ка, разорись, зрители. Что это тут на шумном карманчике? На шумном карманчике. Он видел это. Денюжки у нас в карманчиках, вот так вот. Это взяла, это все это видели! Секундочку, это что? Это что? Командное чемпионство стало стоить 1500 рублей? Да, что-то Серегин продешевил. А может быть просто у него зарплата маленькая, поэтому пошел. Может быть низкие зарплаты кидают наших ребят. Этого даже не платят, тут призовой фонд нашему сегодняшнему чемпиону. Я сам заработал их. Тут все видели. Короче, ладно, тихо. Я сейчас не буду развивать эту тему. Ты сейчас вернешься на свое место, с тобой мы поговорим потом. Понял? Все, давай. Подожди. Сейчас ты вернешь на свое место. Ой-ой-ой. Да, вот так вот. Наконец, насильно Руслана Серегина возвращают на свое место. Правда, его место, по-моему, с другой стороны. Ну да, надеюсь, он его найдет. Надеюсь, он не сильно ушибся головой об пол в процессе своего полета с ринга в зрительный зал. Так. Так, президент Федерации самолично объявляет участников последнего боя. Мы видим Вулкана. Это, безусловно, один из самых перспективных борцов Федерации. Кроме того, его выбрали зрители в результате интерактивного голосования на сайте Федерации. Теперь он должен драться против Кувалды. Изначально это планировалось как бой за чемпионский пояс. Но в результате незапланированной стычки
того вызова, который бросил Кувалда Булгана в самом начале вечера, говоря ему, что он еще попросту не дорос до уровня чемпиона. Вот в результате этой стычки Булган согласился на то, что он будет драться с Кувалдой на любых условиях. Неважно, за чемпионский пояс или нет. И он обещал побить Кувалду и сегодня, и в следующий раз тоже, и стать новым чемпионом Федерации рестлинга. Да, Кувалда за время своих поступлений в федерации набрался очень много опыта, обматерел, я бы сказал. И мы видим, как спокойно он держится. Ритуальный выход с Кувалдой на плече. Но в глубине души Кувалда, несмотря на все его спокойствие, наверняка понимает, что Вулкан – это один из самых сильных противников, которые когда-либо встречались с Кувалдой внутри этого ринга. Кувалда на ринге и Яна в рэпере. Как всегда, с трудом отбивает у него его любимое оружие, Кувалду, которым он намеревался сокрушить своего оппонента, Вулкана. Кувалда, на лице Вулкана злость и решимость, ярость одновременно. А на лице Кувалды мы видим такую стопку. Сегодня, да, тебе его не получить, что бы ты ни делал, поскольку... Поскольку Вулкан, как мы знаем, согласился на этот, я бы сказал, такой отборочный рейтинговый матч на чемпионское претендентство. Матч проба пера, чтобы достоин вообще Вулкан драться за чемпионский пояс. Самое интересное, что такую идею подал сам же Кувалда, и Вулкан тут же на нее согласился. Итак, бойцы расходятся. Я слышу, как болит все-таки, несмотря на то, что Кувалда повел себя так агрессивно и турду вначале, за него все-таки болит. И вот Вулкан, смотрите, какой бросок. Да, несмотря на то, что Кувалда проявил себя сегодня практически первый раз такой неожиданной, более агрессивной и неадекватной стороны. Скажем, давно мы такие. Да, все еще это продолжает его поддерживать. Но тем не менее, в начале матча явно доминирует Вулкан. А вот замахивается, получает ногой в живот, Кувалда сразу ловит его в замок головы. Ой! И приземляет копчиком прямо, прямо себе на колено. Сбивает его, тут же поднимает и бросок. Еще реверс не получается. И шлагбаум. Да, Вулкан, Вулкан явно... готов к этому матчу на 100%. Я думаю, что если бы не это условие, поставленное Кувалдой, если бы Вулкан не согласился на него, он отсюда вполне мог бы уйти новым чемпионом независимой федерации рестлинга. Ну, если так, то каждому давать возможность, который скажет, что я, мол, дескать, могу стать чемпионом. Нет, показать, что напомню, что сегодня... Вулкан был выдвинут на этот матч против Кувалды за чемпионский пояс в результате интерактивного голосования зрителей. Поэтому не кто-то, а сами зрители выдвинули этого, можно сказать, своего народного претендента на бой за чемпионский пояс против нынешнего чемпиона Кувалды. А выбирали они, по-моему, среди мощнейший суплекс из-за каната прямо в центр ринга. Был флекс Блумберг, по-моему, Локомотив, которого мы уже видели, и Тореро. Да, было порядка 6 или 7 других рестлеров, которых предоставили на суд зрителей руководство федерации. Но зрители выбрали Вулкана. Вулкан поднимает Кувалду на
вертикальный суплекс и бросает его. Ну, пока доминирует, конечно. С такой силой впечатывает Вулкан кувалду в ринг после этого суплекса, что весь ринг вместе с опорами даже подпрыгнул на несколько сантиметров вверх. Да, кувалда еле-еле приходит в себя, еле никак не получается отдышаться. Видите, он даже использует ноги Вулкана как опору, чтобы опять оказаться на своих двоих ногах. Конечно же, Вулкан этим воспользуется. Это было грубо. Небольшой толчок, небрежный толчок от Вулкана опять отправляет кувалду валяться на ринг. Ой-ой-ой-ой-ой! Ужасный прием, это прямо падающая нога прямо на затылок кувалды. Кувалда опять валяется. Учитывая, что он при этом еще припечатался носом, лицом всем своим. Как бы у него не было перелома. Не зря кувалда шеелом. Кувалда смотрит с реверсиром. Хотел сказать, что не зря кувалда поставил такое условие. Этот Вулкан, он явно непрост, и похоже, кувалда это все понимает. Может быть, ему в следующий раз придется поменять как-то тактику. Больше рассчитывать не на грубую силу, а на технику. Потому что с Вулканом, как мы видим, просто так не справишься. Тем не менее, кувалда еще один бросок. В контратаке делает подряд второй слэм. Но сам тут же садится. Нелегко кувалде дается этот матч. Так заводит его на родословную. Мы этот видели прием уже сегодня. И проводит его. Да, четко, прямо лицом головы, зажатой между ног, кувалда приземляет Вулкана прямо на ринг. Да, но Вулкан вырывается. К моему большому удивлению, потому что мало кто вообще из рестлеров вырывался после такого приема. Давно я не такой... Куда собрался кувалда? Еще один тайм-аут. Кувалда хватает кувалду! Нет, это не матч хардкор! Судья должен остановить его прямо сейчас! Такая вот игра слов, кувалда хватает кувалду! А судья... Нет, да, ну молодец, конечно, вмешивается. Потому что если бы этот удар пришелся... И он наносит... Судья поплатился за свое... Вмешательство за свое поплатился. Нет, сказать, за свое... Короче, он поплатился за свое. Нет, вот так вот. От эмоций просто словарный заказ кончился. Я хотел сказать, он поплатился за свое самоотверженное отношение к делу. Он спас спортсмена и только потом хотел объявить дисквалификацию. И но вот. Сейчас некому это сделать. Но что делает здесь большой праведник? Убегает еще один спортсмен. Это большой праведник. Его... У него с прессом и кувалдой довольно такие отношения. И вот он решил помочь. Вулкан отскакивает, как мячик от ринга после этого броска чок-слэма с двухметровой высоты. Но, похоже, праведник не удовлетворен этой местью. Он снова набрасывается. Нет, он поднимает кувалду. И сейчас они вдвоем собираются. Да, бьют его. Вулкан уже один против двух. Этот матч должен остановиться прямо здесь и сейчас. А вот он гладиатор, который борется. Как я уже говорил ранее, за справедливость он решил. Да, вот теперь он подтверждает это своим вторым таким поступком за одно шоу. Это был Power Slam. Вулкан, вот он внизу, канатов он не дышит практически. Вмешательство. Гладиатора. Мы видим, не выдерживает пресс, он скидывает пиджак и идет на разборки. А что пресс делает на ринге? Ну вот он не выдержал, видно, решил выйти разобраться, но... И он атакует гладиатора сзади. Ну конечно, иначе и быть не могло. А ведь пресс все-таки партнер кувалды по команде. А ведь он так поддерживал гладиатора в начале нашего... чемпионата, вот в самом начале, как мы видели. И он поднимает и заводит его на свой коронный прием. Это финальный раскрут или большой шлеп. Вот он проводит его. Так, кувалда тоже приходит в себя. Гладиатор, похоже, в отключке. В результате этой потасовки оказалось трое на двоих.
Вот. Вулкан пришел в себя, и что последует дальше? Ой, какой удар, а, получает пресс от Вулкана, тот решил вступиться за гладиатора. Вулкан сносит 140-килограммовую массу пресса этим мощнейшим шлагбаумом. А тут вот вмешивается 150-килограммовая масса праведника, и он вышвыривает, с такой легкостью он вышвыривает Вулкана за ринг. Да, все-таки силы явно слишком неравны. Вулкан валяется на бетонном полу. Судья пришел в себя и официально объявил дисквалификацию. Итак, ну, победителем матча у нас является Вулкан, я так понимаю. Но и претендентом уже без всяких фокусов на чемпионский бой за пояс чемпиона независимой федерации рестлинга в следующем месяце. Вот, гладиатор из последних сил подползает и пытается... Ну, тут сверху обрушивается пресс, вот мы видим. Еще удар он наносит. Похоже, что, кувалда смог лишь получить небольшую отсрочку сроком примерно на один месяц против своего боя по защите титула против Вулкана. Я в шоке в некотором от этого всего. Как все поменялось? Почему-то... Пресс, который вел себя как положительный такой персонаж в течение всего шоу, тут в конце набрасывается на борцов, которые, в общем-то, ну, вели себя достаточно честно. А он до сих пор ведет себя как положительный персонаж, но в его понятии, потому что он должен был вступиться за своего партнера, он это и сделал. Да, кувалда примеряет, вот он, чемпионский пояс, все еще у кувалды. Да, кувалда по-прежнему чемпион. А но сзади почему вот... вступился праведник, мне это непонятно. Вот там видно, там пресс метелит суперрусов, который почему-то полез с кулаками на праведника. В общем, полный беспредел у нас тут творится. Я вообще не могу понять, что это и как, и чего. И вот суперрус оказывается заброшенным на ринг. Вулкан приходит в себя, опять начинается какая-то стычка. В общем, я... Да, это был суплекс от пресса. В конце концов... Сумятец общей неразберихи. Пресс таки воспользовался моментом и наложил все-таки руку на противостоящего ему. Приложил руку. На протяжении всего шоу Руслана Серегина. Терпели они так друг друга в течение всего вечера, и под конец все-таки пресс не выдержал. Даже не пожалел своего... 500-долларового костюма от Армани, да, не пожалел, измазать в гриме гладиатора, чтобы наложить на него тоже и руку. А этот чемпионат нам дал больше вопросов, чем ответов, я так понимаю. Да, все что угодно может произойти в независимой федерации рестлинга. Ну а сейчас мы видим повторные кадры из этого уникального последнего матча нашего сегодняшнего чемпионата. И безусловно, на этом все не остановится. Напоминаю, что в результате того, что победителем этого матча был объявлен Вулкан, кувалде опять придется драться с ним на следующем нашем чемпионате, всего лишь через месяц. Ну а мы прощаемся с вами. И не забывайте смотреть нас в это же самое время на следующей неделе и каждую последующую неделю на телеканале О2. С вами была независимая федерация рестлинга и чемпионат «Опасная зона». Благодарим вас за внимание. До новых встреч, дорогие друзья!